reflection of the fire in the sun. Cry me a river at the bar, never belong. The reason of the fire of the sun. Take me down, take me down. Добрый день, дорогие друзья! Мамочки, папочки, бабушки, дедушки, ну и, конечно, девчонки и мальчишки. Друзья, мы приветствуем вас на ежегодном празднике ярмарки «Алтайский край. Территория детства». И именно этим событием мы уже третий год подряд встречаем долгожданное лето и поздравляем всех детей с праздником. Ярмарка детства.рф – это еще и уникальная онлайн-платформа. Сотни детских товаров и услуг со скидками до 70%. Это точно, друзья, ведь сегодня поистине удивительный день. Сегодня 1 июня, день, который с нетерпением ждут каждый год. Ждут все дети, да и мы с Марусей тоже ждем этот день на самом деле. И сегодня, друзья, мы станем для вас проводниками в мир детства, яркого настроения, в мир веселья. Нас ждет большое количество призов, нас ждет очень много подарков, огромные скидки, интересные гости и еще на самом деле много сюрпризов. Поэтому, уважаемые друзья, участвовать в розыгрыше этих уникальных призов может любой город Алтайского края. Все потому, что мы сделаем доставку для вас вашего приза. Условия выигрышей очень просты. Ваша задача – смотреть наш прямой эфир, участвовать активно в наших конкурсах, побеждать, ну и, конечно, забирать свои призы и подарки. Да, друзья, вам нужен лишь телефон, ваша смекалка и эрудиция. Ну что, уважаемые победители, мы вас ждем. С праздником, дорогие друзья! День защиты детей! Уважаемые родители, мамы, папы, ребятишки, мы вас любим. И не забывайте, что детство есть в каждом из нас. Да и сегодня вам можно вообще абсолютно все, если честно. Да. Поэтому, уважаемые ребята, не стесняйтесь, просто подходите к маме, к папе и говорите о том, что я хочу сегодня 10 килограммов мороженого. Именно так сказала моя дочь с утра. Даже я... так. Поэтому мечту ребенка сегодня я точно исполню. Это замечательно. Дорогие друзья, уважаемые родители, уважаемые ребята, мы продолжаем нашу сегодняшнюю трансляцию, наш прямой эфир. И на протяжении этих нескольких часов мы будем поздравлять вас, будем знакомить вас с интересными людьми, дарить подарки, устраивать онлайн-викторины. Поэтому я очень надеюсь, что прямо сейчас перед экранами своих гаджетов, смартфонов, компьютеров, телевизоров, возможно, вы располагаетесь поудобнее. Это очень хорошо. Может быть, кто-нибудь налил чашечку горячего чая или кофе. Ребятам, уважаемые родители, можно дать сладкую вату, мороженое,
можно, да вообще все, что угодно, но чтобы всем было очень комфортно, очень удобно. Я уверен, вам понравится и вам будет, друзья мои, очень интересно. В нашем празднике сегодня принимает участие множество предпринимателей и партнеров, и мы хотим отдельно поблагодарить наших организаторов. Поэтому, друзья, можно поаплодировать даже, да, почему бы и нет. Ну, а я вас с ними обязательно познакомлю. Итак, Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Центр «Мой бизнес» Алтайского края. «Мой бизнес» — это современная и мощная структура государственной поддержки предпринимательства, объединяющая ключевые направления поддержки и развития бизнеса. Начинающие и действующие предприниматели могут обновить свои знания и навыки в рамках федеральных образовательных программ и экспресс-семинаров по самым актуальным темам. Поэтому берите во внимание и этот факт, друзья, начинающие предприниматели, если вы нас смотрите прямо сейчас. Также, друзья, в центре «Мой бизнес» можно получить услуги по продвижению своего бизнеса. Это создание сайта, услуги по брендированию и многое-многое-многое другое на эту тематику. Также в «Мой бизнес» вы сможете принять участие в крупнейших российских и международных выставках и бизнес-миссиях, стать участником инвестиционного подиума для социальных предпринимателей и традиционно имиджевого мероприятия для детей и их родителей. То, что вы смотрите, друзья мои, прямо сейчас и уже на протяжении 3 лет, каждое 1 июня. Речь идет про онлайн-ярмарку «Алтайский край. Территория детства». Также, друзья, в «Мой бизнес» вы сможете организовать бизнес-мероприятия на высоком организационном уровне, найти комфортное рабочее место в современном офисе нового поколения. Коворкинге «Фабрика», вот так называется. Также воспользоваться гарантийной поддержкой Центра предоставления гарантий. И самое главное, друзья, центр «Мой бизнес» — это платформа для диалога бизнеса и власти, активных общественников и молодежи, вузов, профильных предпринимательских сообществ Алтайского края. Это место, где слова превращаются в полезные дела. Друзья, ну что, мы продолжаем наш прямой эфир. Наша трансляция «Алтайский край. Территория детства» только набирает обороты. Оставайтесь с нами. Ни в коем случае не переключайтесь, никуда не уходите. Будьте постоянно в режиме онлайн, потому что подарков и розыгрышей будет сегодня очень много. И большая просьба их не упустить. Все просто. Запомните номер нашего прямого эфира. Звоните нам постоянно, если у вас есть варианты ответа на ту или иную викторину. Если у вас просто есть желание позвонить, поздравить всех жителей Алтайского края, всех детей Алтайского края с Днем защиты детей, вот запоминайте, друзья, на нашем экране прямо сейчас номер телефона 8-939-817-70-17. Еще раз, 8-939-817-70-17. Номер нашего прямого эфира. Мы ждем ваши звонки. И прямо сейчас я уже и предлагаю, друзья мои, проверить нашу связь. И уже подарить подарок первому человеку, который дозвонится к нам в эту студию, к нам в прямой эфир. И пусть в подарок в этот день, 1 июня, конечно, мы будем дарить что, спросите вы? Нет, не автомобиль, друзья. Мы будем дарить вкусное мороженое. И знаете, как говорится, мороженого, вкусного мороженого много не бывает, поэтому целых 3 ведра мороженого мы разыграем. Вот так, друзья. Первому человеку, который дозвонится к нам в эфир. Так, ну а пока наши зрители пытаются к нам дозвониться по номеру телефона, который видят прямо сейчас на своем экране, я хочу вас познакомить с главными партнерами нашего праздника. Итак, партнеры нашего праздника. Долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье». Это туристический комплекс и обширная территория садов и плантаций лекарственных трав. 2 озера, наполняемые водой, 30 родников и оборудованные пляжи для купания. На территории расположены кемпинг, кафе, чайная обитель и многое другое. «Алтайское Холмогорье» расположено в Алтайском районе Алтайского края, улица Заозерная, 2А. Друзья, и сегодня, кстати, наши партнеры «Алтайское Холмогорье» подарят велосипед в прямом эфире. Представляете, вот так вот. Ну, это будет чуть позже, буквально через несколько часов. А вы, друзья, оставайтесь с нами. Ну, а мне прямо сейчас подсказывают, что уже есть первый дозвонившийся к нам в студию. И я с огромным удовольствием с вами пообщаюсь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Екатерина. Здорово. Екатерина, с какого города вы звоните нам?
Барнаула. Город Барнаул, прекрасно. Екатерина, ну что, я вас хочу поздравить. Вы сегодня первая дозвонились к нам в прямой эфир. Ура! Это ура, очень замечательно. Ура, ура. И как я и обещал, вам лично, Екатерина, мы подарим вкусное мороженое. И ура! Не одно, не два, а целых три. И не просто три рожка, да, а три ведра вкусного мороженого. Вот так, Екатерина. Ну что, вас сейчас слышит весь Алтайский край, вы с нами на прямой связи. И у вас есть возможность поздравить всех, всех ребят, всех детей с Днем защиты детей. Прямо сейчас. Я поздравляю всех от души, всех с этим замечательным праздником. Сегодня весело, веселье, в общем, бомбическое настроение. Всем здоровья и внимания, и всего-всего-всего. Отлично, Екатерина, спасибо большое вам. Ну, а я попрошу вас остаться на связи, никуда не переключаться, не убирать свой телефон. Оставайтесь на связи после эфира. Прямо сейчас мы расскажем вам все, что нужно делать, как получить свой приз. Спасибо. И так далее. Екатерина, спасибо вам. Спасибо. Пока-пока. Вот так, друзья. Все максимально просто. На ваших глазах мы проверили. Этот номер телефона полностью работает, поэтому звоните, дозванивайтесь к нам и выигрывайте классные подарки. Друзья, ну а я по-прежнему продолжаю знакомить вас с нашими партнерами. По нашему мнению, самое важное, что есть у каждого человека, это семья и дом. И наш партнер этому прямое доказательство. Семейный оператор недвижимости специализируется на сложных сделках со всеми типами сертификатов, долями, работе с органами опеки и помогает людям приобрести и продать недвижимость без головной боли, лишней траты времени и переживаний. И еще, кстати, стресс тоже там где-то присутствует. Но если вы обратитесь к нашим партнерам, этого не будет. Мы вместе с вами минуем все эти проблемы. Подробнее в группе во ВКонтакте нашего партнера vk.com/недвижимость22rf. Заходите, подписывайтесь и узнавайте самую полезную и важную информацию. Друзья, для всех любителей загородного отдыха база отдыха «Наша Поляна» предлагает активный отдых на свежем воздухе в экологически чистых домах с банькой на дровах, семейный отдых, свадьбы, банкеты, корпоративы, различные праздники и мероприятия, длительное проживание или краткосрочный отдых, каникулы или праздник. Неважно, все что угодно, это вам обеспечит наш следующий партнер. База отдыха «Наша Поляна». «Наша Поляна» — это отдых круглый год в 40 минутах езды от города Барнаула. И сертификат на 20 тысяч рублей сегодня мы дарим в прямом эфире от нашего партнера в рамках главного розыгрыша, который состоится в финале нашей трансляции. Кто-то из вас, друзья, сможет устроить себе крутейший уикенд вместе с «Нашей Поляной». Напомню, сумма 20 тысяч рублей. Ни в чем себе не отказывайте, друзья. И это ждет, конечно, нашего победителя очень и очень скоро. Ну что, мне кажется, пока немного я вас утомил, друзья, но, тем не менее, совсем скоро мы увидимся вновь в этой студии. Ну а я прямо сейчас передаю слово своей коллеге, своей, можно сказать, даже волшебнице, настоящей принцессе. Марусь, слово тебе. Дорогие друзья, ну что ж, еще раз всем здравствуйте. У нас на студии появились мои первые гости, самые-самые счастливые. Ребятишки, от всей души вас с праздником! Ура, ура, ура! Ну что ж, моя первая звездная гостья – это Ирина Яковенко. Жена, многодетная мама, мама с ограниченными возможностями, общественный деятель, участник благотворительных проектов, обладатель премии «Главная женщина 2020» Ирина Яковенко. Ирочка, хочется тебе аплодировать всегда и стоя. От всей души поздравляю тебя с Днем защиты детей, потому что ты этот праздник заслужила так же, собственно, как каждая мама. Ты трижды мама, ты человек, который не сидишь на месте. Вот ты знаешь, сейчас по ту сторону экрана девушки, женщины смотрят и не верят, что ты можешь так насыщенно, ярко и интересно жить. Вот открой, пожалуйста, секрет, как ты вообще это делаешь? Ну, на самом деле, никакого секрета нет. Я каждый день делаю то, что мне действительно нравится. Каждый день, каждый час, каждую минуту своего времени наслаждаюсь тем, что нахожусь с ними, тем, что могу что-то в этой жизни менять, делать для кого-то, не только для себя. И это как раз и дает столько сил.
Ира, спасибо. Вот ты знаешь, на самом деле тебе намного сложнее, да, реализовываться в жизни, уйти в предпринимательство, заниматься еще и бизнесом, быть еще и трижды мамой. Вот открой секрет и дай какой-то вот мотивационный пример или какую-то свою жизненную историю, как женщинам можно, несмотря ни на что, идти и делать. Ой, Маша, вопрос такой застал меня врасплох, если честно. На самом деле секрет, наверное, прост. С каждым ребенком у нас появляется столько сил, столько энергии. Каждый из них наполняет и дает столько желаний каких-то новых, наверное, мечт, которые нужно и можно достигать вместе как раз с ними. Каждый ребенок дает этот толчок. Вот ты знаешь, мы сейчас смотрим твои семейные фотографии, и действительно, смотря на них, хочется еще больше вдохновляться, жить полной грудью, да, что-то делать, куда-то ходить, потому что многие действительно не могут себе этого позволить, а ты можешь все и даже больше. Вот здесь на фотографии, кстати, ты беременная. Обратите внимание, дорогие мамы, что Ира, да, будучи в инвалидном кресле, да, смогла родить твоих детей. Ир, вот знаешь, к какому вопросу хочу к тебе перейти? Ты у нас предприниматель. Вот скажи, на твой взгляд, как привить в детях именно любовь к реализации, к профессии, к предпринимательству? Вот ты что-то делаешь для этого? Наоборот, на мой взгляд, не нужно ничего делать специально, нужно не ограничивать своих детей, нужно их поддерживать в любых начинаниях. И вот, наверное, нас по-другому воспитывали, нас во многом ограничивали. Сейчас мы своих детей, наоборот, стараемся меньше ограничивать, больше им давать свободы, больше возможностей для реализации каких-то своих интересов. Поэтому вот мое главное такое ощущение, что в первую очередь нужно своих детей поддерживать, давать им больше свободы, больше пространства для творчества, поддерживать и давать этого творчества, направлять именно, чтобы ребенок понял, чем он хочет заниматься. Совершенно верно. Ир, вот скажи, пожалуйста, сколько лет твоим младшим? 4-7. 4 и 7. Вот у вас есть ли такие разговоры в семье? Общаетесь ли вы на тему, кем хотят стать твои дети, когда вырастут? Конечно, конечно. Эти разговоры, они вообще никуда не уходят. Причем чаще всего, конечно, вот Кирилл, он постоянно меняет свои решения. То он хочет быть психологом, как папа, то он срочно хочет быть предпринимателем, то он хочет быть видеоблогером. Но это, наверное, сейчас все дети об этом говорят. Вот. Ева, наверное, будет заниматься каким-нибудь пошивом платьев, потому что с такой скоростью, с которой она морает, платье, нужно срочно заниматься их изготовлением. Здорово, спасибо большое, Ир. Ну и последний вопрос. А вот дай от себя личный совет особенным мамам, таким же, как и ты. Самое главное — верить в себя, верить в то, что все получится, потому что когда ты находишься все-таки в некоторой такой ситуации, к которой, возможно, ты не была готова, знать, что со своим ребенком ты точно справишься, и справишься абсолютно точно со всеми теми препятствиями, которые могут возникнуть на пути. Главное не бояться, главное брать и делать, даже если иногда глаза действительно боятся. Ирочка, спасибо большое. Ты по-настоящему прекрасный, шикарный пример мотивации для многих мам, для большинства мам не только города Барнаула и Алтайского края. Мы тебе желаем процветания, твоим детям счастья, реализации себя, и пусть они будут всегда такими, какие они есть. Ну а мы от себя, безусловно, поздравляем вас от всей души, всю вашу семью с Днем защиты детей, с первым днем лета. Получайте, пожалуйста, вот такие фирменные подарочки от «Мой бизнес». Спасибо. Держи, пожалуйста. Это тебе. Так, твоим детям мы дарим в подарок билетики на музей «Вау сказок». Ух ты. «Вау сказка», город Белокуриха. Приезжайте, посещайте. Здорово. И получайте удовольствие. Ну и, конечно, фирменный билетик на мероприятие «Ахфест», который пройдет уже 25 июня. Держи, пожалуйста. Спасибо большое, ребята, вас с праздником. Будьте счастливы. Спасибо. Ну что ж, а мы переключаемся на вторую студию. Егор, тебе слово. Да, спасибо, спасибо большое. Ну а мы, друзья, идем дальше, и я вновь познакомлю вас со всеми особенностями нашего прямого эфира, с нашей платформой. И прямо сейчас предлагаю обратить все свое внимание на экран. Друзья,
Онлайн-ярмарка для детей «Алтайский край. Территория детства» представляет такую платформу, как ярмаркадетства.рф, друзья. Вот она прямо сейчас транслируется на ваших экранах. Давайте с ней более подробнее познакомимся. Итак, здесь был обратный отчет по началу трансляции, но не это главное, друзья. Самое главное — это информация о призах, которые сегодня мы разыграем. Детский велосипед, гироскутер, сертификат на семейный уикенд на сразу 20 тысяч рублей, друзья, представляете? Вот. Ну и не забывайте о том, что онлайн-ярмарка — это грандиозное событие абсолютно для всей семьи. Сегодня в рамках праздника международного, в рамках Дня защиты детей, вы, друзья, можете получить скидки на платформе ярмаркадетства.рф на все важные и нужные образовательные товары, и не только, образовательные услуги, путевки в лагеря и многое другое для своих любимых деток. Уважаемые родители, я намекаю вам всячески разными способами и методами, да? Итак, но это еще не все. Дамы и господа, здесь также вы сможете увидеть участников, партнеров этой ярмарки. Вот, например, в городе Барнауле. И давайте сейчас обратимся к нашим друзьям. Вот, например, фабрика предпринимательства «Дети». Переходим на информацию подробнее по этой ссылке. Фабрика предпринимательства дарит нам скидку 30% на услуги фабрики предпринимательства. Все просто. Школа бизнеса и предпринимательства для детей и подростков — фабрика предпринимательства. Раскрывает природный потенциал подрастающего поколения. Развитие лидерских и предпринимательских способностей детей и подростков 21 века. Для ваших детей летние выездные и профильные смены, а также двухнедельные интенсивы по финансовой грамотности и развитию лидерских качеств на протяжении всех летних каникул. Друзья, вот так. Поэтому обязательно оставляйте заявку и знакомьтесь с нашими партнерами на платформе ярмаркадетства.рф. Ну а мы продолжаем. И мне кажется, пришло время вновь дарить подарки. Пришло время объявить старт нашего следующего розыгрыша, условия которого я расскажу вам с огромным удовольствием. Итак, но все-таки все мы привыкли, что за какой-то конкурс, за какой-то приз, точнее за какой-то розыгрыш мы получаем приз. И вот я хочу вам, друзья, представить первый наш подарок, который мы и разыграем. Это вот такая классная игра, настольная игра «Монополия». И достанется она, друзья мои, всего лишь одному человеку. А правила и условия я расскажу, хорошие мои, прямо сейчас. Итак, запомните обязательно номер телефона, номер телефона нашего эфира, в который вам и нужно будет дозвониться. Я еще раз напомню: 8-939-817-70-17. Записывайте его и ни в коем случае не потеряйте. Итак, ваши ответы, друзья, мы ждем в WhatsApp по этому номеру. Номер прямого эфира прямо сейчас вы видите на своих экранах, поэтому присылайте как можно скорее в WhatsApp свои ответы. Но вы спросите: Егор, а какие ответы? О чем идет речь? Ты только показал нам подарок, раздразнил нас, но мы не знаем, что делать. А я вам сейчас расскажу, друзья. Максимально простая задача, которую я зачитаю. У нас даже будет приведена специальная иллюстрация на экране, чтобы вам было намного проще. Вот, да, можете увидеть ее прямо сейчас, именно вот здесь. Итак, правильный ответ на эту задачу присылайте к нам в WhatsApp, и мы, конечно же, разыграем подарок «Монополию» очень и очень скоро. Ну а пока, друзья мои, задача. Продавец продает шапку. Ну, в принципе, это видно на иллюстрации. Шапка стоит 10 рублей. Подходит покупатель, меряет шапку, и он согласен ее взять. Но у него есть только 25 рублей. Одна купюра — 25 рублей. Продавец отсылает покупателя с этими деньгами к соседке, чтобы их разменять. Покупатель возвращается и отдает 10 плюс 10 плюс 5 рублей. Продавец дает шапку и сдачу в размере 15 рублей. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 рублей фальшивые, требуют вернуть ее деньги. Но что делать? Продавец лезет в кассу и возвращает ей 25 рублей. Так вот, друзья, теперь вопрос. Каков убыток этого продавца?
Хороший вопрос, на самом деле. Я предлагаю еще раз очень быстро зачитать эту задачу, для того, чтобы вы не запутались, друзья мои. У вас будет время для того, чтобы подумать и дозвониться к нам, пока идет кое-какой ролик. Но об этом чуть позже. А сейчас, друзья, еще раз задача. Продавец продает шапку. Шапка стоит 10 рублей. Приходит покупатель, меряет шапку и согласен ее купить, но у него есть только 25 рублей одной купюрой. Продавец отсылает покупателя с этой купюрой к соседке, чтобы разменять ее. Покупатель возвращается и отдает 10 плюс 10 плюс 5 рублей. Продавец отдает шапку, сдачу в размере 15 рублей, но через какое-то время приходит соседка, у которой меняли эти деньги, купюру в 25 рублей, говорит, что эти 25 рублей фальшивые, требует вернуть ей ее деньги. Но что делать? Продавец полез в кассу и вернул ей 25 рублей. Так все-таки вопрос, какой убыток продавца? Есть время, чтобы подумать, друзья. Пока вы думаете, внимание на экран. Итак, друзья, этот короткий перерыв буквально в 20 секунд разделил нас между прямым эфиром, между вами и мной. Но я надеюсь, что этого времени хватило вам для того, чтобы вы подумали и назвали правильный ответ. Потому что, еще раз напомню, вот этот вот классный подарок, монополия, достанется тому человеку, который выиграет и назовет правильный ответ. Ну что, мне подсказывают, что к нам дозвонились в студию. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, вы меня слышите? Да, да, я вас слышу. Итак, алло. Как вас зовут? Давайте знакомиться. Алена. Алена. Алена, очень приятно. Меня зовут Егор. Алена, у меня к вам вопрос. Вы прослушали все условия задачи. Вопрос. Какой убыток продавца? 25 рублей. То есть вы считаете, что правильный ответ 25 рублей, правильно? Да. А почему? А, потому что он получил, получается, 10 рублей настоящие, не фальшивые, отдал шапку и отдал потом 25 рублей. Отдал шапку, которая стоит 10 рублей, и отдал потом еще 25 рублей. Которые, то есть, да, я считала, это было логично. Ну, в общем, я вас понял, так. Я вас понял, безусловно, так. Это правильный ответ. Давайте я вам логически выстрою правильный ответ. Друзья, продавец отдал покупателю 15 рублей своего кармана и шапку, которая стоит 10 рублей, а соседку вообще не стоит учитывать, так как он взял у нее 25 рублей и вернул их обратно. То есть правильный ответ – 25 рублей. Алена, я вас поздравляю, да, эта да, монополия да, да. достается вам, поэтому приятной игры. Оставайтесь с нами на Спасибо. Связи, мы расскажем, как же вы сможете ее получить. Поздравляем вас, Алена! Итак, друзья, я уже, если честно, не хотел отдавать эту монополию, она мне так понравилась за все это время, но тем не менее, Алена молодец, и Алене она отправляется. Мы поздравляем ее, а я напоминаю, что уже сейчас, друзья мои, школа бизнеса и предпринимательства для детей и подростков, фабрика предпринимательства формирует летние выездные профильные смены. И эти смены называются следующим образом. «Капитал будущего», смена финансовой грамотности, «Галактический ТЭТ», смена по ораторскому мастерству и публичным выступлениям, смена «Фабрика стартапов», это предпринимательская смена, также «Капитал будущего», смена финансовой грамотности. Что ждет вашего ребенка, спросите вы? Запоминайте, выезды и экскурсии, трехразовое питание, квесты и игры, приглашенные эксперты, классное окружение и лучшие кураторы. Подробности, друзья мои, узнаем в группе
в группе нашего партнера ВКонтакте vk.com/fabrikadieti.burnaul. Заходите и узнавайте все подробности по профильным лагерным сменам. Ну что, а прямо сейчас наш эфир продолжается. Мы набираем обороты и предлагаем вновь обратить свое внимание на экран. Центр «Мой бизнес» ко дню защиты детей запускает добрую акцию под хэштегом «Мой бизнес помогает». Есть дети, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке взрослых. Подарить им немного радости и создать волшебный мир может, друзья, каждый, абсолютно каждый из нас. Центр «Мой бизнес» предлагает неравнодушным предпринимателям поддержать инициативу «Мой бизнес помогает» в масштабе всего края и стать волшебниками, организовать для детей из нуждающихся семей поездку в интерактивный «Вау-музей» в Белокурихе. Этот музей прямо сейчас вы видели в нашем ролике буквально несколько минут назад. О каждом таком добром волшебнике мы готовы рассказывать на наших интернет-страницах. Ведь главная цель движения «Мой бизнес помогает» — это поддержка культуры благотворительности среди предпринимателей Алтайского края. Давайте объединим усилия и подарим сказку детям, которые в ней больше всего, друзья, нуждаются. Узнать все подробности и присоединиться к акции можно, обратившись в центр «Мой бизнес» по телефону 8 800 222 83 22. Напомню, номер телефона 8 800 222 83 22. Ну а мне подсказывают, что прямо сейчас в студии Маруси уже есть еще один гость, с которым, друзья, вам не просто нужно, не просто можно, а нужно познакомиться и пообщаться. Марусь, тебе слово. Ну что ж, всем еще раз здравствуйте. Очень рада приветствовать вас, всем тем, кто только что подключился к нашему прямому эфиру. А у меня в гостях моя новая гостья, и это Ксюша Борисова. Трижды мама, владелица шикарного, красивого бизнеса One Night Dress, ну и в первую очередь все-таки мама особенной дочери. Ксюша, привет! Полина, привет! Мы очень рады вас видеть в студии. Ксюш, ну вот открой, пожалуйста, секрет, как ты решилась на открытие такого интересного бизнеса? Бизнес свой подсмотрела. Тогда уже был Инстаграм несколько лет назад, и на просторах интернета я увидела красивые платья. Мне захотелось принести эту красоту в город. Я вдохновилась и потихоньку начала заказывать. Сначала это было буквально 5-6 платьев, потом все больше и больше. Сначала я работала дома, а теперь я переехала уже несколько лет назад в большую студию и, соответственно, расширила пространство. Ксюш, это очень здорово. Вот подскажи, пожалуйста, сейчас мы смотрим твои семейные фотографии, ваш семейный архив. Ты являешься мамой особенной дочери. Вот сейчас многие мамы смотрят по ту сторону экрана и совершенно не понимают, как можно в таких сложных жизненных обстоятельствах работать, да, открывать бизнес, сложное дело, где ты берешь на это силы, ресурсы, время. Вот открой секрет. Ну, ресурсы беру, собственно, в детях. Дети вдохновляют, требуют больших затрат, разумеется, поэтому и работать хочется, хочется их наряжать. Есть девочки, которых, конечно, хочется наряжать в красивые платья. Да. Это и вдохновляет. Да, это очень здорово. Ксюш, я знаю, что у тебя трое детей, и ты тоже решилась на рождение третьего ребенка уже после того, как появилась особенная дочь. Вот скажи, пожалуйста, в масштабах своего бизнеса ты с каждым днем и годом растешь и процветаешь. Вот насколько тяжело сейчас вот тебе это дается?
тяжело всегда, свой бизнес — это в принципе тяжело. Постоянно хочется шагать в ногу со временем, что-то придумывать. И порой очень сложно, не буду врать, опускались руки, хотелось все продать, закрыть, но тем не менее мои клиенты, мои дети, мои постоянные клиенты, которые приходят, разумеется, они вдохновляют. То есть останавливаться на данный момент не хочется, хочется все больше и больше и больше развиваться. Mm-hmm. Так, а можно вот я сейчас встану в полный рост? Пожалуйста, покажите меня. Покажите меня. Потому что платье, которое сегодня на мне, это платье из коллекции Ксюши, One Night Dress, великолепное платье принцессы, подбирала его от всей души и старалась сегодня быть настоящей феей-волшебницей. Поэтому, девочки, рекомендую, берите свои наряды именно здесь. Ксюш, вот следующий вопрос. Подскажи, пожалуйста, с каждым годом меняется мода, у тебя расширяется твоя коллекция. Где ты берешь идеи, вдохновения? Вот, потому что мода меняется, и платья появляются новые. Ой, это сложно остановиться, на самом деле. Выходят новые коллекции, и я как сумасшедшая смотрю, трачу деньги в основном, конечно, на ассортимент своего сервиса, как правило, жалея на себя, но... Новые коллекции классных производителей, на которые я подписана, разумеется, они вдохновляют. Но опять же вдохновляют и дети, которым каждый год хочется купить самое невероятное платье. Согласна. Ксюш, а вот еще такой вопрос между нами, девочками, потому что я знаю, что твой прокат – это не только вечерние платья для мам взрослых, да, и выпускниц, но и также платья для маленьких девочек. Вот примеры того, как сейчас платье сидит на твоей Полине. Вот открой секрет, вот какая же все-таки аудитория тебе больше интересно работать, да, и сотрудничать? Мамы взрослые, да, девушки, женщины, или все-таки работа с детьми? Ну, честно, детки более благодарные. У них так светятся глазки, когда они одевают платье, примеряют их. То есть детская благодарность и радость, она, конечно, ни с чем не сравнима. Хотя есть постоянные клиенты взрослые и мамы, и девушки без детей, которые, разумеется, уже не первый год ко мне обращаются. И надеюсь, что тоже удается их радовать. Совершенно верно. Вот вы знаете, День защиты детей – это праздник нашего детства, потому что все мы родом из детства. И для меня ассоциации, наверное, для всех – это рисунки на асфальте. Так вот, мы сейчас затронем тему рисования, и я хотела бы рассказать немного о нашем очень интересном партнере. Так вот, Sketch Time – это школа скетчинга и иллюстрации, школа рисования маркерами. Они создают условия для творческого развития детей и взрослых, воспитания устойчивого интереса к искусству, формирования навыков художественной деятельности. Скетчинг – это быстрый, упрощенный плоскостной рисунок. Можно свободно выражать свое настроение и эмоции. Попробовав свои силы в разных жанрах изобразительного искусства, ученик найдет свой путь, дело своей мечты. Ботанические иллюстрации, интерьерное, архитектурное, анималистическое, предметное, фэшн, фуд, тревел – иллюстрации. Рисуют только профессиональными маркерами. Все материалы для работы предоставляются. Ну а пока, дорогие друзья, внимание на экран.
что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам с вами поиграть. Условия игры будут очень простые. Вам нужно позвонить по нашему номеру телефона 8 939 817 70 17, и вы в прямом эфире увидите картинку, и ваша задача подсказать нашей Полине. Полиночка сейчас встанет к нашей доске, возьмет маркер в руки и будет по вашей подсказке рисовать какого-то интересного персонажа. Так вот, задача по ту сторону звонящего человека подсказать нам, что же должна рисовать Полина. Возможно, это будет черточка, возможно, это будет кружочек, квадратик или даже треугольничек. Так, мы ждем звоночек. Я буду подсказывать Полине, что нужно рисовать, а главный приз, дозвонившийся человечек, получит вот такой профессиональный набор фломастеров от Sketchy Time. Посмотрите, пожалуйста, набор фломастеров. Действительно классный, ценный, очень полезный подарок. Участвуйте и скорее-скорее звоните нам. Конкурс действительно достойный и творческий. Ждем звоночек. Алло. Алло, алло. Так, дорогие друзья, ну что ж, ждем звоночек. На кону классный набор фломастеров. Полина в ожидании шикарного рисунка. Будем с вами проявлять свою смекалку, сообразительность. Вот так. Алло, алло. Итак, есть звоночек? Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Слышите меня? Да. Прекрасно. Тогда сейчас, внимание, на экран появится картинка. Угу. Вслух произносить нельзя. Ваша задача сейчас говорить мне и подсказывать Полине, что ей нужно рисовать. Хорошо. Итак, давайте, с чего начнем? Кружок. Кружок мы рисуем по центру. Большой-большой кружок. Полин, давай. Рисуем. Ага, отлично. Так, продолжаем. Следующая подсказка. Линию. Что? Прямую линию, скажи. Прямая линия. Прямая линия теперь. Куда прямая линия? Вниз? Вниз. Вниз. Полиночка, давай, прямая линия вниз. Угу. Так, дальше. Так, сейчас, подождите. Что еще? Что скажи? Треугольник. У меня изображение зависло. Так, подождите, милая моя, а ты видишь картинку на экране? Да, у меня зависло изображение у нас. Картинку видите на экране? Смотри, давай тогда сделаем так. Рисуем вниз овал. Давай, Полю. Овал. Овал рисуем. Угу. По центру, который овал был у нас, так само. Вместе вырисуем еще два овала маленьких. Еще рисуем два овала рядышком. Так, ага. Еще что рисуем? Пока еще картинка совершенно никак не вырисовывается, но я думаю, что мы выкрутимся из данной ситуации. Так, дальше что? Что можно дорисовать? Где центр? Там по бокам два овала нарисовать. Где центр, два овала нарисовать? А.
Так, Полина. По бокам. По бокам, по бокам. Смотри, вот где твой большой кружочек, нужно нарисовать два овала. Вот по бокам, по бокам. Да-да-да-да, вот тут вот, да. Ага, прям кружочку близко, два овала. Близко-близко-близко, да, вот так. И с другой стороны точно так же. С другой стороны круга рисуем два овала, близко, кружочку. Совершенно верно. Так, мне кажется, уже можно догадаться, что за рисунок получается. Ну и последний, последний. Давай последнюю подсказку. Что еще по центру нужно Полине нарисовать? По центру надо еще брать самим кружочки, нарисовать еще два круга маленькие. Еще, вот смотри, да, правильно, два маленьких кружочка, раз, два, все верно. Можно нарисовать улыбку, я подсказываю. Давай, дорогая моя, молодец, умница. Ну и еще, вот знаешь, такой сейчас большой овал подсказываю, давай. От головы вниз еще овал. Да, 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 да. Давай, 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 вниз. Вниз, 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 уводим, уводим, уводим. И можно сказать, на этом все. Ну что ж, спасибо тебе большое, дорогая моя. Давай познакомимся, как тебя зовут? Алена. Алена, очень приятно, я Маруся. И вот этот вот главный приз, 36 профессиональных скетч-фломастеров достаются именно тебе. Спасибо за наш звонок, трубку, пожалуйста, не отключай. Полиночка, дорогая моя, ну ты можешь посмотреть на свой рисунок, получилось то, что получилось. Это, дорогие друзья, была Чебурашка. Чебурашка, наш любимый персонаж из детства. Ну что ж, Ксюш, спасибо вам большое, девочки. Вы дарите счастье, дарите красоту нашему городу, и не только городу Барнаул, но и всему Алтайскому краю, потому что в ваших платьях хочется сиять, блистать, находить повод выйти такой красивой, сказочной, принцессы и волшебницы. Мы вас от всей души поздравляем с Днем защиты детей, дарим вам наши профессиональные подарки. Это вот спасибо. Такой пакетик полезности от мой бизнес. Держите. Дальше мы вручаем вам билеты на классный музей «Вау! Музей сказок. Город Белокуриха». Это тоже вам три билета для всей семьи. Ну и, конечно же, шикарный-шикарный вкусный фестиваль «Ахфест», который пройдет 25 июня, тоже билетик достается вам. Спасибо. Спасибо вам большое. Внимание на экран. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. One night dress. Can't let this moment end. You set off a dream with me, getting louder now. Can you hear it echoing? My hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Never.
Модельное агентство ведет набор юношей и девушек от 5 до 25 лет. Дорогие друзья, спасибо большое. Модный показ вечерних платьев от One Night Dress. Школа, модельная школа Романа Попова набирает юношей и девушек от 5 до 25 лет. Школу модели для занятий по дефиле, хореографии, фотопозированию. Мы находимся по адресу Ленина 102В, торговый центр «Пионер». А я передаю слово своему коллеге. Спасибо. Спасибо большое. Это было максимально грациозно и шедеврально. Спасибо девчонкам за этот классный показ. Ну а мы, друзья мои, продолжаем. И вновь я предлагаю обратиться прямо сейчас к нашей онлайн-платформе ярмаркадетства.рф. Друзья, большая просьба обратить внимание, что наши партнеры, принимающие участие в ярмарке детских товаров и услуг, представляют не только город Барнаул, но и другие города Алтайского края, например, такие как Бийск, Новоалтайск, Алейск, Белокуриха, Рубцовск и Заринск. И давайте сейчас, например, тут перейдем к городу Рубцовску, зайдем к ним в гости, обратим внимание. Итак, участники онлайн-ярмарки в Рубцовске. Вот они, мы их можем наблюдать. 4 классные студии. И сейчас подробнее пообщаемся про арт-студию «Я умею», город Рубцовск. Итак, давайте перейдем к ним. Декоративно-прикладное творчество, живопись и арт-терапия, авторские сувениры и подарки, обучение развития творческих способностей взрослых и детей различными видами ручного хобби в формате мастер-классов. Занятия проходят индивидуально, либо в группах. И сейчас, друзья мои, давайте немного познакомимся, посмотрим, какие продукты и услуги предоставляет нам наш участник ярмарки, арт-студия «Я умею», город Рубцовск, курс «Живопись», хобби-микс, активный мастер. Ну а самое главное, друзья, обратите внимание на все скидки. Просто вау, вау, колоссальные скидки. И это видно на ваших экранах, на нашей платформе. Поэтому не забывайте в этот день, в этот праздник, в День защиты детей, уважаемые родители, обращаюсь к вам, не забывайте сделать крутые подарки своим детям. И у вас для этого есть абсолютно все, да. Ну что, арт-студия «Я умею» проводит еще и различные мастер-классы. Об этом мы сейчас узнаем поподробнее. Ну а я объявлю условия следующего розыгрыша. Итак, ну для начала давайте я вам покажу мотивационный приз. Что же это такое, друзья? Пам-пам-пам! Это шедевр, который вы сможете сделать своими руками. Это алмазная мозаика. Обратите внимание, я думаю, что многие увлекаются, у многих есть хобби по сбору различных пазлов, мозаик. И вот поэтому, друзья, этот розыгрыш специально для вас. Итак, сейчас на наших экранах, друзья мои, вы увидите видео. Это мастер-класс, который прошел в арт-студии «Я умею», город Рубцовск. Ваша задача угадать, что же получилось в итоге. Какое изделие создавали участники мастер-класса вместе с преподавателями. Мы также, друзья, немного ускорили запись для того, чтобы вам было комфортнее это увидеть. Но в самый финал мы вам не покажем, а ваша задача догадаться, что же из этих материалов и из этих поделок, которые сделали участники, в итоге получилось. Ну что, готовы, друзья? Еще раз номер прямого эфира 8-939-817-70-17. Если у вас есть правильный ответ, если вы догадались, еще не смотря видео, что это, ну, допустим. Конечно же, друзья, звоните и отвечайте правильно. Ну, а сейчас приятного просмотра. Давайте посмотрим, что же они там делали. Не хочется никому это отдавать, хочется забрать это себе. Но это шутки, конечно, друзья. Эти подарки, и подарков вообще будет сегодня очень много, особенно наш финальный розыгрыш. Ну что, посмотрели видео, и
мне кажется, пришло время уже назвать правильный ответ, друзья мои. Что же делали участники мастер-класса арт-студии «Я умею» из города Рубцовска? И если вы мне назовете правильный ответ, я вам вручу, вот прям буквально вот так, почти. Была бы моя воля, я бы прям перекинул, на самом деле, по ту сторону экрана и подарил бы вам эту крутую мозаику, алмазную мозаику, непростую. Поэтому, друзья, я жду ваших звоночков. Да, мне подсказывают, что звонки поступают, и это очень хорошо. Сегодня мы уже общались с несколькими победителями, сегодня мы уже разыграли 3 ведра мороженого. Да, сегодня мы разыграли монополию. А вот эту мозаику мне подсказывают, что пока мы не можем разыграть. Знаете почему? Потому что, ну, вот нет дозвонившихся в эфир. А может быть, уже и есть. Но на самом деле, друзья, я, если честно, тоже не с первого раза догадался, что же делали участники мастер-класса, но тем не менее. Есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Анастасия. Анастасия. Анастасия, с какого вы города, расскажите нам? С Барнаула. Анастасия из города Барнаула. Прекрасно. Анастасия, ну что, делитесь своим мнением, что же все-таки делали участники мастер-класса? Я думаю, что детишки делали радугу. Детишки делали радугу? Расскажите, да. Как вам пришла такая мысль в голову? Почему именно радуга? Почему не волшебные калачики, например? Почему именно радуга? Ну, потому что там канатики разноцветные. Ну, знаете, я не буду вас томить, не буду мучить. Вы молодец. Это правильный ответ. Ура! Ура! И вот эта классная алмазная мозаика достается вам. Большая просьба. Не уходите с линии, оставайтесь на связи. Прямо сейчас наши администраторы расскажут вам все подробности, как, где и когда забрать этот подарок. Вы молодец! Спасибо! Друзья, вот так. Вот в таком формате сегодня мы дарим подарки, разыгрываем крутые розыгрыши и многое-многое-многое другое. И все это Алтайский край, территория детства. Наша онлайн-трансляция на нашей платформе ярмаркадетства.рф. Ну а сейчас, друзья, вновь пообщаемся с интересными людьми. Передаю слово. Ну что ж, всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья, а у нас в студии новые гости. Вот сейчас со мной сидит непростой гость, это по-настоящему космическая, уникальная, волшебная, самая-самая лучшая моя сестра. Ну и, конечно, Анна Герасимова с сыном Адрианом. Привет, мои дорогие! Я от всей души вас поздравляю с Днем защиты детей, потому что моя сестра тоже многодетная мама, трижды мама, и она непосредственно имеет свое отношение к детям, детству, воспитанию, ну и так далее. Итак, Анна сегодня пришла не с пустыми руками, а, естественно, пришла немножко поволшебничать. Представьте, расскажи о своей интересной профессии, потому что она психолог, гипнолог, ну и так далее. Да, энергопрактик. Да, всем привет. Ну что ж, хочу сказать о том, во-первых, праздник детства, да, этот праздник у меня вообще с моего личного детства очень значимый, и поэтому мы каждый год, у нас традиция нашей семьи вообще справлять этот праздник, грандиозно его отмечать. Вот сегодня мы его отмечаем здесь, в студии, со всеми практически моими детьми, да, нашими детьми, потому что я с самого детства воспитывалась, росла в коллективе в творческом, да, я выступала на каждый день защиты детей. Это были школьные стадионы, это были какие-то площадки, детские сады, летние лагеря, пришкольные лагеря. И вот эта память с детства о том, какой это волшебный космический праздник, ну, наверное, сравниться можно с Новым годом, да, этот праздник. Вот. И на самом деле, да, очень такой значимый для меня и для нашей семьи. Я являюсь экспертом в области работы с подсознанием, да, но я с детьми, так скажем, это не моя основная, да, профессия — работать с детьми. Я работаю в основном с женщинами и помогаю им реализоваться в этом мире, да, в этой жизни. И, как вы знаете, счастливая мама, счастливый ребенок. Да, да, ребенок, дети. Вот. И помогаю как бы справляться и многодетным матерям, в том числе со своими проблемами, со своими какими-то срывами, возможно, да.
А сегодня хочу, вот пришла не с пустыми руками, да, пришла с интересными картами. Вот, вы знаете, хотелось бы такой момент затронуть. Вопрос и проблема отцов и детей, он будет актуален в любые времена. Всегда есть какие-то недопонимания, разногласия. Дети не слушаются родителей, родители не понимают детей. И вот эти вот все возможные какие-то стычки, они всегда есть. Вот всегда хочется сказать, вот где же мой семейный психолог, помогите мне. Вот как ты считаешь, нужна ли помощь в этих моментах и ребенку, и маме? Вот, смотри, и кому больше? Да, и кому больше. Вообще, я считаю, что нужно родителям, особенно мамочкам, отстать от своих детей. Это такое первое ключевое правило. Да, дети очень умные. Вы не думайте, что дети у нас рождаются глупыми какими-то дурачками, да, и вот им нужно каждый шаг их контролировать. Абсолютно нет. Я всем своим клиенткам говорю, посмотрите на своего ребенка, обратите внимание, что он вам показывает, что он вам транслирует. Если даже ему 2 года, и он в истерике, у вас бьется, например, там дома, ему что-то нужно, обратите внимание, что он этим вам показывает, и где вы не замечаете вот этого контакта. Потому что дети, они прям проводники, они конкретно показывают, особенно если есть маленькие дети. Вот прям смотрите и впитывайте, учитесь у них воспринимать этот мир в красках, в эмоциях. Да? И вот про инструмент хотела рассказать. Да? Вот инструмент карты. Сейчас, может быть, многие слышали, метафорические карты сейчас набирают обороты, такую популярность. И у меня вот есть такая замечательная колода. Колода с животными. И вот сейчас на практике расскажу, как можно... Покажите крупный кадр. Да, как можно вообще родительницам, мамочкам, благодаря вот таким картам, с помощью таких карт, понять, что происходит с их ребенком. Вот, например, Адриан, да, вот сейчас сидит такой серьезный парень у нас, он вообще, в принципе, очень серьезный парень. Вот, выбери, пожалуйста, вот на какую картинку ты сейчас похож, на какое животное, да? И пока ребенок выбирает, я просто могу вам сказать, что карты можно как купить, собственно, да, они продаются в магазинах в свободном доступе, можно также даже в телефон, с интернета скачать каких-то животных с разными эмоциями, грустных, веселых, трудолюбивых каких-то, да, то есть в разных ипостасях, в разных... своих проявлениях, и вот ребенок какую картинку выберет, здесь нужно проанализировать. Вот, например, да, приведу пример. Да, о, например, вот дятел, да, Адриан выбрал дятла. То есть он сейчас себя ассоциирует с дятлом. А взрослый человек может охарактеризовать, чем занимается дятел, да, что он помогает, как он спасает деревья и так далее. И описать это ребенку, и ребенок подтвердит то или иное мнение вот, о своем состоянии. Если, например, девочка выбрала, вот у меня сегодня дочь выбрала вот такую картинку, веселую хрюшку, то, соответственно, она принцесса-королева, чувствует себя прекрасно феей, то есть и на нее давить в данный период ну, не стоит, да, родителям. То есть на это нужно обязательно обращать внимание. Очень такой интересный инструмент. Интересный инструмент, потому что мне самой тоже захотелось немножечко погадать. Вот, смотрите, да, я, возможно, даже так. Вот лягушка. Это, да. Это работа бессознательного, это не гадание, это да, подсознание с нами работает символами, оно разговаривает с нами знаками. И вот, допустим, если тебе сейчас приглянулась лягушка, вот на что у тебя внимание падает первое? Вот на что, почему лягушка? Вот знаете, наверное, потому что мне понравился зонтик, и я, честно говоря, устала от жары. Хотелось бы, чтобы немножко, знаете, стало попрохладнее. Вот, замечательно. И чисто интуитивно мне эта картинка прям понравилась. Интересная практика, очень, потому что... действительно работает. Интересно даже общаться со своим ребенком. А я сейчас хочу представить нашего интересного партнера Нейроум. Это центр развития мозга и интеллекта. Это настоящий фитнес для мозга. Оценить и повысить эффективность работы мозга, скорректировать сдвиг, улучшить внимание, стрессоустойчивость, память, повысить концентрацию на поставленных задачах – все это становится реальным с технологией Нейробос. Свой результат можно не только почувствовать, но и увидеть и даже измерить. На выходе после такого занятия в среднем улучшение памяти на 60%, развитие усидчивости и концентрации на 40%, повышение успеваемости на 30%. Новинки в Нейроум – это нейропсихологическое тестирование. Вот так вот. Очень и очень интересно. Дорогие друзья, вы знаете, а у меня есть очень классный, интересный подарок. Это вот такая вот головоломка. Подходит для разных возрастов. Кому-то, кто сейчас угадает, что же. Ну а сейчас внимание на экран. Thank you.
Ну что ж, пока мы любовались, смотрели видео, я предлагаю поиграть нашим звездным гостям. Сейчас у них на головах появились вот такие вот замечательные нейрообводочки, так скажем, которые умеют управлять мыслями. В руках у них волшебные пауки. Пауки, кстати, действительно волшебные. Они похожи на каких-то роботов. И сейчас, уважаемые зрители, задача наших звездных участников, Анны и Адриана, силой мысли запустить паука, который будет бежать. Вот такое интересное соревнование. Сама, честно говоря, не знаю, что из этого получится. А ваша задача угадать, чей паучок придет первым. Присылайте свои варианты ответов по номеру телефона, указанному на экране. Присылайте, присылайте, болейте. Кто первый угадает, чей паучок будет победителем, тот и получит главный приз. А главный приз, напоминаю, это вот такая вот интересная головоломка для всех возрастов и для всей семьи. Ну что ж, на старт. Внимание, марш! Ставим паучков, включаем. Вот сейчас самое главное — сосредоточиться и начать думать. Итак. Думай. Пошел, пошел. Итак, знаете, хочется болеть. Чей же паучок? Чей же будет первым? Давай, 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 бежит. Вы посмотрите, он уже просто убегает из студии. Это действительно работает. Я хочу, чтобы камера показала лица наших участников, что это действительно не подставная игра, здесь все по-настоящему, силой мысли, силой мысли, но еще чуть-чуть затормозил паучок Анны. Так, 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 так. Присылайте свои варианты ответов, чей же паучок был быстрее и сообразительнее. Все, встреча состоялась. Дорогие друзья, есть, конечно же, победитель. Есть. Я все-таки считаю, что самым остроумным и быстрым был паучок Адриана. Конечно, это очень здорово. Вот, ребят, сейчас вы на себе потренировались, да? Вот у меня вопрос. О чем ты думала в этот момент? Я пыталась сосредоточиться, да, нужно на одной мысли было сосредоточиться внимательно. Вот, не получалось. Потом стала считать. Тоже, как бы, да, когда счет у меня был, вроде бы паучок сдвигался с места. Но тем не менее, вот результата, мне кажется, такого, которого я хотела, я не получила. Так, Адриан, так как ты стал победителем, твой паучок все-таки оказался быстрее, сообразительнее. Он был такой активный, поворачивался, крутился. Ты о чем думал? Просто хотел, чтобы он шел вперед. Молодец. Адриан сказал, что он просто хотел, чтобы паук шел вперед. Именно поэтому он и победил. Ну что ж, спасибо большое. Очень рада была видеть вас в студии. У нас для вас есть, конечно же, подарочки. С пустыми руками вы не уйдете. От «Мой бизнес» вот такая полезная сумочка всевозможных нужных вещей. Угу. Это во-первых. Ух ты, держи. Дальше у нас есть 3 билетика на музей «Вау! Сказа», город Белокуриха. Обязательно приходите и посещайте музей. Ну и, конечно же, Ахфест – это очень классный фестиваль еды. Пройдет 25 июня для всей семьи. Приезжайте, будем рады вас видеть. Спасибо большое и победителям, и нашим звездным гостям. А мы переключаемся на Егора. Друзья, я вновь на связи вместе с вами. Приветствую вас на празднике ярмарки «Алтайский край. Территория детства». Да. Это уникальная онлайн-платформа ярмаркадетства.рф. Сотни детских товаров и услуг со скидками до 70%. И, друзья, мы безумно рады, что каждый из вас решил заглянуть на наш праздник. И мы безумно рады, что вы смотрите нас в режиме онлайн. Ну а мы, в свою очередь, вот уже 3-й год радуем вас чем-то новеньким. И добавляем все больше и больше участников, партнеров ярмарки. И, конечно же, скидки становятся тоже все больше. И все это, друзья мои, только для вас, для вашего ребенка.
1, 2 и 3 июня 2022 года. Поэтому, друзья мои, принимайте участие, пользуйтесь этими классными скидками, потому что сегодня есть такая возможность. Ну и еще сразу 2 дня, и 2, и 3. Вот так. Поэтому, если вы еще, уважаемые родители, не определились с подарком для своего ребенка в честь праздника, для вас, пожалуйста, ярмаркадетства.рф. Заходим и выбираем только правильные и нужные подарки для своих детей. Итак, друзья, также не забывайте, что сегодня один из главных подарков от долины семейного отдыха Алтайская Холмогорья – это велосипед. Давайте обратим внимание, вот такой вот детский велосипед сегодня мы и разыграем. Кстати, вся подробная информация о призах и подарках есть на платформе ярмаркадетства.рф. И раз уж я, друзья, заговорил об этом, обратите внимание на программу онлайн-ярмарки. Не забывайте про скидки и про всех участников. В этом году у нас все больше и больше, друзья мои, участников. Сегодня со многими мы будем знакомиться в рамках этого эфира. Также вы можете подробнее познакомиться с ними на платформе. С нами Барнаул, с нами Бийск, Новоалтайск, Алейск, Белокуриха, Рубцовск и Заринск. Поэтому очень круто, что вы, друзья, с нами на связи. Ну а наши участники уже подготовили для вас очередную порцию скидок и подарков. Вот так. Ну что, а теперь, друзья мои, пришло время разыграть 5 билетов на самое вкусное и яркое событие этого лета. Догадались, о чем идет речь? Речь идет про Ахфест. Друзья, фестиваль вкуса, еды, развлечений и впечатлений. Ахфест 2022 – это много полезной и вкусной еды от лучших шефов Сибири. Знаменитые кундюбки, плов с лапухом майским и десерт из чаги, 2 теплых озера, место силы и релакса, контактная мини-ферма, интерактивный музей, дом сказок, детская анимация, сказочный дендрарий, воздушный шар, подарки и дегустация, 12 гектаров чистого воздуха и свободы. Ох, друзья, Ахфест 2022, 25 июня. Смотрим. Люди, чтобы ели вкусную еду с травами на основе трав, из трав. Сочетание места, хорошей музыки, плюс к этому вкусная еда, вообще общение, да, такое? Да, генеральная концепция. Гастрофитоботаника. Звучит вообще шикарно. Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское, Алтайское Холмогорье вообще. А мы продолжаем. И сейчас я расскажу вам условия нашего розыгрыша, где вы, друзья мои, сможете выиграть 5 билетов. 5 билетов. Каждый. 5 человек, 5 билетов и 5 креативных вариантов ответа на тот вопрос, на то предложение, которое сейчас я вам и расскажу. Все максимально просто. Итак, раз уж мы в этом блоке говорим про Ахфест, знакомим вас с этим крутым фестивалем, я хочу добавить, что фирменным блюдом фестиваля являются кундюбки. Именно кундюбки. И задача нашего конкурса следующая. Присылайте нам на номер прямого эфира, который вы видите прямо сейчас на своем экране, 4 стишки про кундюбки. И 5 самых интересных получат по билету. Все максимально просто. Слово, которое является фирменным блюдом фестиваля, кундюбки. Обязательно составляйте 4 стиши и присылайте все это к нам на WhatsApp по номеру телефона 8-939-817-7017. И в течение, друзья, 20 минут мы определим 5 самых классных и оригинальных ответа.
Ну и, может быть, какие-нибудь даже и зачитаем в прямом эфире. Почему бы и нет? И ровно 5 подарков отправляются 5 победителям, но только через 20 минут. Билеты на Ахфест получат 5 счастливчиков. Ну а прямо сейчас, друзья, хочу сообщить, что чуть позже мы разыграем гироскутер, велосипед, детский день рождения, семейный отдых на 20 тысяч рублей. Оставайтесь с нами. Мы покажем вам сказку, как звери садик выбирали. Как-то раз лисичка-мать стала садик выбирать. Вот подрос ее лисенок, нужно ж садик выбирать. Загляну к соседу волку, может, он подскажет, что. Волк в ответ: хожу без толку, все не так и все не то. Что ж, пойдем лиса вдвоем, вместе деткам сад найдем. Вот идут они, идут, видят дивный чистый пруд. Вдруг без шороха, без звука из воды вылазит щука. Приходите к нам скорей, ждем мы в садик наш зверей. Ой, как сыро и темно, точно так быть не должно. Надо дальше нам отправиться, этот садик мне не нравится. Вот идут они и слышат: посмотрите-ка повыше. Что не видишь? Эй, соседка! Смотрят. Белочка на ветке. Садик мой не на земле, а на дереве, в дупле. Хорошо мое дупло, здесь уютно и тепло. Ты зовешь к себе напрасно, высоко здесь и опасно. О, белке стало так досадно. Ну идите, ну и ладно, загляните в гости к мышке. А сама кидает шишку. Ой, получай, лиса подружка, получай-ка по макушке. Какое невоспитанное безобразие. Пошли они дальше. Вот идут они, шагают, к норке мышки подбегают. Здравствуй, хозяйка-мышка. Подросли у нас детишки. Выбираем сад с лисой. Покажи скорее свой. Ой, пи-пи-пи, садик мой чудесней нету. Нет там солнечного света. Только темень, только тишь, говорит зверятам мышь. Не пойдет. Лиса вздыхает. Неужели не бывает садика, где безопасно, где тепло, светло, прекрасно, светит солнце поутру. Вдруг навстречу крошка-ру. Я приветствую вас, звери, вам мои открыты двери. Детский садик крошка-ру приглашает детвору. Здесь уютные кроватки, чтобы детки спали сладко. Малышей здесь ждет всегда очень вкусная еда. Суп, второе и компот вам лошадка привезет. Здесь уют и чистота, безопасность, красота. Много света, ярких красок, много радости и сказок. И обрадовались звери. Я ушам своим не верю. Здесь не садик, а мечта. Отдадим детей сюда. Приходите к нам, ребята, мы вам будем очень рады. Садик крошка.ру – уютный и удобный ясли-сад для малышей от 1 года с планировкой повышенной комфортности и гостеприимной просторной входной группой, с выставкой творческих работ ваших малышей. Садик располагается в собственном отдельном крыле клуба, что обеспечивает безопасность и комфорт. Садик оборудован камерами видеонаблюдения, рециркуляторами и магнитным замком. В садике уютные спальни, богатейшее игровое и дидактическое оснащение, собственный санузел и душевая.
На зарядку и кукольные спектакли малыши приходят в музыкальный зал. Столовая также отдельная, оснащена кухонной техникой и мебелью. С 2 лет малыши посещают занятия с логопедом, индивидуально и в группе. Регулярно проводятся творческие и развивающие занятия. Приходите в Крошка.ру. Уютный первый садик для вашего малыша. Крошка.ру. Сказки любят не только дети, но и даже взрослые. А Крошка.ру очень любит детей. Детский клуб бережного присмотра Крошка.ру. Там уютно и комфортно малышам от 1 года. А в летнем лагере интересно и полезно ребятам от 6 лет. В Крошка.ру самый удобный режим работы и цены. Обязательно познакомьтесь с ними поближе, посетив их страничку ВКонтакте. А чтобы вы, мамочки, прямо до дома могли играть с детками в театр, мы для вас приготовили вот такие вот интересные и очень полезные подарки. Ну, во-первых, это кукольный домашний театр. Посмотрите. И вот, такая вот ширма для настоящего театра. Очень-очень классно. Полезно и, самое главное, интересно для всей семьи. Так вот, эти полезные подарочки достанутся одному нашему телезрителю, кто первый угадает, внимание, что находится в этом киндер-яйце, какая игрушка находится в киндер-яйце. Ваши варианты ответов присылайте по номеру телефона, указанного на экране. Этот конкурс мы проводим ежегодно. Честно говоря, никто из нас не знает, что там за игрушка. Я уверена, что кто-то точно выиграет. Ну а сейчас слово Егору. Друзья, всех приветствую. Приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился. Да? Меня зовут Егор. И сегодня я здесь, в этой студии, вместе с вами дарю подарки, рассказываю много интересной информации, знакомлю вас с платформой ярмаркадетства.рф. Ну и, конечно же, дамы и господа, уважаемые родители, дорогие ребята, детишки, девчонки, мальчишки и вообще все те, кто нас смотрит, я поздравляю вас с этим классным событием. Сегодня 1 июня, сегодня День защиты детей. С праздником, друзья! Ну а я хочу напомнить, что не так давно мы разыгрывали приз, подарок от Нейроум. И победителем в этом розыгрыше стала Анастасия из города Барнаула. Вот так. Анастасию мы поздравляем, дарим Насте аплодисменты и обязательно, Анастасия, с вами свяжемся и расскажем, как же забрать свой приз и свой подарок. А мы идем дальше. Друзья, вот не так давно, буквально несколько минут назад в студии Маруся говорила нам про детский лагерь, про то, что в детском лагере замечательно. И сейчас, на самом деле, я думаю, родители со мной будут согласны, что со временем детские лагеря различаются и становятся более современней, более комфортнее и лучше для ваших детей. Это просто замечательно, это очень здорово. И я вот, знаете, все детство проездил в детские оздоровительные лагеря. Да, я был максимально счастлив и, знаете, не любил зиму лишь только по той причине, что зимой нет возможности поехать в детский оздоровительный лагерь. Вот. И, знаете, очень здорово, что сейчас такая возможность есть на протяжении абсолютно всего года. Круглогодичная возможность, круглогодичные лагеря — это замечательно. И с ними вы как раз-таки можете познакомиться на ярмарке детства.рф. Вот, например, друзья мои, отправляйтесь в летний лагерь мастерской творчества Юлии Боржек. Творчество, игры, прогулки каждый день. Лепим из глины, рисуем, делаем подделки, расписываем футболки. Абсолютно каждую смену делают керамику, рисуют картины, расписывают одежду и пряники. Ну а еще занятия в школе креатива. Занятия направлены на развитие творческого мышления и гибкости, которые помогают детям в успешной учебе и дальнейшей профессиональной деятельности. Арт Боржик, друзья, ждут вас в мастерской и ждут вас в летнем лагере мастерская творчества Юлии Боржик. Вот так, друзья мои. Ну что, мы идем дальше. Вот я вспомнил
крутую историю про лагерь. А, нет, я же ее вам не рассказал, друзья, прошу прощения, я ее вспомнил, но забыл совершенно рассказать. Как-то раз в детском оздоровительном лагере я отдыхал, был таким же ребенком, как и вы, ребят, которые сейчас нас смотрите. И в один прекрасный момент я понял, что люблю это место. Я понял, что мне нравится отдыхать в детских лагерях. И я вот начал делать обратный отсчет, да, и каждый год запоминал, и каждый год по несколько смен я ездил каждое лето в лагерь и оставлял на специальном дереве такие вот зарубки, да. И вот если сейчас приехать туда же, я очень надеюсь, что до сих пор это дерево стоит там, можно будет посчитать количество смен, сколько я был в детском лагере. Вот такие дела, друзья. Вот так. Вот такая моя история. Ну, а я очень надеюсь, что вы расскажете нам что-нибудь поинтересней, да, самые креативные, самые интересные случаи, события вас, ребят, ваших родителей в детском лагере. Присылайте к нам все эти истории на WhatsApp по номеру телефона, который вы видите на экране. Это номер нашего прямого эфира 8-939-717-70-17. Присылайте. И напомню еще раз, друзья, просто нужно коротко написать свою интересную историю из лагеря, выбрать самую, мы выбираем самую интересную, перезваниваем вам, слушаем оригинал и награждаем победителя. Ответы принимаются в WhatsApp по номеру прямого эфира. Еще раз напомню, вы его видите на экране. У вас есть, друзья, прямо сейчас ровно 10 минут, которые начинаются через 3, 2, 1, поехали. Присылайте к нам свои истории, ну а мы подарим вам крутой подарок. А что это будет, расскажем чуть позже, но он вам понравится. Но прямо сейчас передаю слово в соседнюю студию моей коллеге. Но перед этим посмотрим ролик. Правило счастья в 21 веке – уметь замедляться. Для этого в Бийске есть прекрасное место – мастерская «Арт Боржик». Основатель мастерской, художница Юлия Боржик, помогает своим гостям развивать творческие способности и креативность. При поддержке мастера можно научиться создавать прекрасные картины гуашью, акварелью или акрилом на холсте. Изучить новые техники, например, роспись на воде эбру или шерстяную живопись. Эстетическое и тактильное наслаждение принесет лепка из глины. Для продления хорошего настроения можно создать собственное дизайнерское оформление футболок. Уникальное предложение – творческий день рождения на любой площадке. Специально для малышей подготовлена гигантская раскраска. Для детей и подростков работает школа креатива «Арт Боржик». Помимо занятий творчеством, воспитанники школы знакомятся с интересными фактами о художниках, странах и их достопримечательностях. Мастерская «Арт Боржик» ждет вас по адресу в Бийске. Декабристов 27/1. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас мы будем затрагивать тему здоровья, потому что здоровье – это все, что нужно нам, мамам. У меня в студии появилась прекрасная Алина Реклинг. Алина, привет. Привет, Марусь. Алина у нас многодетная мама. Ее младшему сыну, внимание, исполнилось только 7 месяцев. Алина, как и все мамы, вечно худеет. Алин, вот ты знаешь, открой, пожалуйста, секрет. Как ты приводишь себя прекрасную физическую форму после родов? Привет. Смотри, ну с чего начну, так это со своей истории. В первую беременность я набрала 16 килограмм. Во вторую беременность я набрала уже 25 килограмм. Я подумала, если я забеременю в третий раз, то 100% я наберу только 10 килограмм и на этом остановлюсь, потому что знаю, что восстановление после родов – дело не из легких. Но ты не поверишь, я набрала 27 килограмм. И потом я уже просто не смотрела на весы, потому что, я думаю, там ближе к 30 прям было. И вот мне нужно было как-то приводить себя в форму. А в декрете, как знаешь, у нас времени особо нету, удовольствия получать нечего, кроме как бежать на кухню, уложить ребенка спать и скорее кушать, да, какие-то вкусняшки. Да. Вот моей вкусняшкой это были печенья с маслом. Я просто как с ума сходила, знаете, после роддома, грудное вскармливание, и ты укладываешь ребенка спать, бежишь, намазываешь одно печенье, да, маслом, сверху кладешь другое,
макаешь в чаечек, в кофеечек, и вот это вот блаженство себе кладешь в ротик. Я с ума сходила, честное слово. Вечером меня вообще несло, халва, в ход шли, что, овсяные печеньки. В общем, было жутко тяжело. Но потом в какой-то момент я сказала себе: так, стоп, надо брать себя в руки. Вот. И, в принципе, с этого началась моя история преображения, так сказать. Алин, я знаю, что ты ведешь об этом свой блог, я знаю, что ты являешься фит-мамой, даже победила в какой-то там номинации в 2020 году. Алин, вот открой секрет, как можно в домашних условиях, вот мы все видели твое до, да, видим сейчас твое после, неужели действительно каждая мама может в домашних условиях вот так привести себя в форму? Да, безусловно, каждая может, прям любая девушка, любая женщина способна сотворить прекрасную фигуру из того, что было. Например, меня жутко начало раздражать то, что у меня вываливались бока, знаете, из-под джинсов, из-под штанов, торчал жир из-под бюстгальтера, была толстые ноги были, толстый живот, толстые руки, и меня это дико начало раздражать. К тому же начались, знаете, такие небольшие как-то уколки, насмешки со стороны мужа, и мне было жутко неприятно, я понимаю, что это было не во зло, да, как сказать, вернее, но чувствовалась некая обида. И я нашла для себя решение, и мое решение это было тренировки по системе Табата. С ребенком у меня сидеть некому, ни с одним, ни со вторым, ни третьим, поэтому я поняла, что мой выход — это только тренировки в домашних условиях. И по системе Табата я начала тренироваться. Могу рассказать и даже показать, если хочешь. С удовольствием, потому что Алина пришла не одна, здесь есть коврик. Давайте встанем, дорогие друзья. Так, я разуваюсь. Смотрите, система Табата — это высокоинтенсивные тренировки. Они очень эффективные в разгоне метаболизма и в сбросе лишних килограмм. Здесь главное то, что в каждом подходе мы должны выкладываться не на 100, а на все 200%. Тогда будет эффект просто вау. Так, Марусь, ты готова? Да, я готова. Начнем с первого упражнения. Это кардиоупражнение. Включайте громкую музыку, улыбайтесь, ловите наше хорошее настроение и повторяйте за нами. Смотри, что мы делаем. Мы касаемся до наших пяточек спереди и потом сзади. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот, запомнила, да? Да. Первое упражнение. Да. Потом дома будешь экспериментировать. Итак, второе упражнение у нас, конечно же, будет на ягодички. Приседания в динамике. И что мы делаем? Ручки перед собой, прыжок, присели. Смотри, главное, чтобы твои коленочки не выходили за носочки. Хорошо. Да, ягодицы как можно больше назад. И вот таким образом мы работаем. Так, съемочная группа не разрешает мне прыгать сейчас. Мысленно я с вами, мамочки, не ленимся. Прямо сейчас можете встать у экранов своего телевизора или смартфона и повторять за Алиной. Так, дальше. Смотрите, самое главное, мы делаем 20 секунд в интенсивном темпе, в котором только можем. Прям выкладываемся на все 200%. 10 секунд отдыхаем. И так мы делаем по 4 подхода. У нас будет 5 упражнений по 4 подхода. 20 секунд работаем очень быстро. Как можно больше повторений мы должны сделать за один подход. Так, расскажу вам тогда третье упражнение. Смотрите, мы встаем в динамическую планку. И таким образом делаем с поднесением ног. Все. Планка, она прям на все тело наше хорошо прорабатывает, прокачивает. И еще одно упражнение, тоже мое любимое, на ягодицы. Мы ложимся на ягодичный мостик. Подняли и носочки потом подняли. Вот таким образом мы прям напрягаем, да, прочувствуем все наше тело и работаем таким образом. И еще одно мое любимое упражнение, я называю это борьба со своей ленью, борьба с самой собой. Упражнение называется «Бой с тенью». Здесь мы будем прорабатывать мышцы пресса, не забываем дышать. В общем, вот так.
Очень-очень здорово, знаете, очень заряжает, мотивирует, вдохновляет. Алин, спасибо большое, давай присядем, продолжим наш разговор. Вот следующий вопрос, я думаю, что вот по ту сторону экрана многие мамы вот немножечко, знаешь, скептически относятся и все-таки не верят, потому что передо мной сидит красивая, фитнес, молодая, стройная мама, да, и вот она сейчас думает, ну какая-то фигня, что-то она там нам рассказывает, на самом деле никогда она и не была, да, плюс 27, вот, и возможно это просто генетика. Вот, скорее всего, ты ешь перед сном булки, а просыпаешься, и вот ты всегда такая. Да, конечно. Нет? Ну, по фотографиям, да, можно понаблюдать, где в 16 лет у меня просто такой целлюлит. Причем весила я больше в 16 лет, чем я вешу сейчас, да? Вау. Вау, все вот в наших бывает. Руках, поэтому с возрастом можно становиться только лучше, здоровее и красивее, даже когда ты рожаешь детей, верно? Да. Главное найти свое дело по душе. Если вам нравится бегать, бегайте. Если вам нравится плавать, плавайте. Если вам нравится играть в теннис, играйте. Просто живите в это в удовольствие в свое. Согласна, совершенно верно. Кстати, все, что касается плавания, хочу вам представить нашего следующего партнера. Внимание на экран. Плавание Данила Пугина. Обучение взрослых и детей плаванию с нуля. Работа спортивных и оздоровительных групп. Синхронное плавание для девочек. Желающим индивидуальные занятия. Чистая вода и ответственность за результат гарантированы. Летом спортивный оздоровительный лагерь в Горном Алтае. Телефон в Барнауле 54 42 35. Новая Алина, маленькая красавица. Алиночка, привет! Тебя от всей души с праздником. Алина к нам сегодня пришла вот в таком шикарном виде. Она у нас сегодня в костюме русалки. А я хочу вам рассказать про авторскую школу плавания «Пугин Свим». Направление на популяризацию плавания и здорового образа жизни в городе Барнауле. Обучение навыкам плавания, грамотному плаванию, основ техники плавания детей, работа с детьми с ограниченными возможностями, обучение навыкам техники плавания с целью избежания несчастных случаев на воде. Это очень актуально, особенно сейчас, летом. Также здесь есть оздоровительные сборы, круглогодичные, однодневные, двухдневные экскурсии в Горный Алтай. Это очень-очень интересно и полезно. Так вот, мы сейчас с Алиной хотим озвучить следующий розыгрыш и следующий приз. Ваша задача — нарядиться прямо сейчас дома в течение 20 минут в какой-то красивый, интересный хвост русалки. Фотография должна быть креативная, необычная. Присылайте ее по нашему номеру телефона, указанного на экране. И кто пришлет самый-самый интересный фото, самый интересный костюм русалочки, тот и получит самый главный приз. Алин, расскажи, пожалуйста, пока наши ребята фотографируют, делают свои хвосты интересные, у тебя есть какие-то медальки. Что это за медали? Микрофончик. Давай, с самого начала. Угу. Я хожу на плавание. Ну, я не специалист, но вроде бы плаваю хорошо. Алиночка, ты имеешь столько медалей, и я вижу одни первые места. Как долго ты занимаешься? Вообще занимаюсь достаточно долго плаванием, не могу сказать точно. А в спортивной группе занимаюсь второй год. Очень-очень здорово. Дорогие друзья, я напоминаю, что сейчас мы объявили конкурс на самый оригинальный костюм русалочки. Вот у нашей Алины есть вот такой настоящий хвост русалки. Можете показать покрупнее кадр, да. Ваша задача — сделать этот хвост дома, в домашних условиях. И главный приз — это самое интересное. Внимание! Вот такая надувная, яркая и большая лама достанется кому-то одному за самое креативное фото. Алин, вот скажи, пожалуйста, помимо плавания, каким еще видом спорта ты занимаешься? Еще я хожу на танцы, на хореографию и хожу в созвездие. Да, да. Да, Алин, повтори, пожалуйста, каким видом спорта ты занимаешься еще? Хожу на танцы, на хореографию, в созвездие. Молодец. Спасибо большое, и мы плавно переходим к
танцам. Так вот, у нас сегодня самые юные гости в нашей студии. Это танцевальная студия шоу-балет «Флэш». Это уникальный танцевальный проект, совмещающий в себе современную хореографию и классический балет. Воспитанники студии – постоянные участники и призеры городских, краевых, региональных фестивалей, участники детских мюзиклов, а также городских мероприятиях. Лауреаты первой степени в междугородном конкурсе «Мегаполис», в хореографическом конкурсе «Муза танца», в международном конкурсе «Оранжевый чемодан», в международном конкурсе «Образ дети». Ну что ж, дорогие друзья, ну а сейчас видео на экране, Пугин Свим, смотрим. Гномиком. Друзья, мы продолжаем, и на секунду тоже захотелось вот так же, как и девчонки, потанцевать, стать маленьким гномиком, но при всем моем желании этого уже не получится. Ну а мы, друзья, конечно же, продолжаем, идем дальше, и вновь я предлагаю прямо сейчас обратиться к нашей платформе. Давайте вновь обратим все свое внимание на экран. И перейдем на платформу ярмаркадетства.рф, где я прямо сейчас познакомлю вас с нашим еще одним участником. А именно, друзья, давайте знакомиться. Город Барнаул, реабилитационный центр «Шаг за шагом». Центр «Шаг за шагом» — это восстановительное лечение детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Работают с детьми с такими диагнозами, как задержка речевого, моторного и психического развития, ДЦП и аутизм. Главное – это комплексное лечение, помощь детям с различными заболеваниями центральной нервной системы, индивидуальный подход к каждому пациенту. И здесь вы можете подробнее ознакомиться с продуктами и услугами от центра «Шаг за шагом». И я предлагаю сейчас, друзья, вновь провести небольшую, скажем так, экскурсию по платформе и научить вас, как же правильно оставить заявку на ту или иную услугу и продукт, который предоставляют наши участники. Ну вот, например, друзья, лечебный массаж. Давайте оставим заявку на лечебный массаж со скидкой 30%.
Длительность этого массажа 30 минут. Нажимаем «Оставить заявку». Платформа автоматически перекидывает нас на небольшое анкетирование. Нужно заполнить эту анкету, и тем самым вы и оставите заявку на платформе, которую автоматически сможет принять наш участник. А именно сейчас речь идет про центр «Шаг за шагом». Итак, все просто. Записывайте фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, свой имейл обязательно, и выбирайте любую услугу. Вот, например, лечебный массаж. И все просто. Нажимаем «Заказать», и после этого заказ будет оформлен, и с вами свяжутся наши администраторы. Ну, а именно администраторы центра «Шаг за шагом». Друзья, перед тем, как мы посмотрим подробный ролик про наших участников, про наших друзей и партнеров центра «Шаг за шагом», я хочу сообщить о том, что у нас есть победители. Ровно 5 человек, которые и забирают свои подарки. Давайте вспомним, это было буквально 30 минут назад, друзья, мы запустили розыгрыш от Ахфеста. И задача была участников придумать четверостишье про кундюбки. Это главное блюдо фестиваля Ахфест. 5 крутых четверостишей. 5 билетов отправляются именно этим ребятам. Вот так. Давайте я прямо сейчас с огромным удовольствием зачитаю вам одно из прикольных четверостишей. «Кундюбки, ах, как хороши, и для тела, для души. Пищи в мире нет вкусней, съешь кундюбки поскорей». Даже мне захотелось прямо сейчас их съесть. Это было очень круто. Поздравляю вас. Я думаю, что этот человек уже узнал их свое четверостишье, а я продолжу зачитывать их дальше. «Ох, вкусные эти кундюбки, съел бы 1000 за раз. Только жаль, что я малая, жду я помощи от вас». Вот так. И не только малая, но еще и благородная, и со всеми готова ими поделиться. Прекрасно. Идем дальше. Еще один приз, еще один билет на Ахфест мы разыграли. И следующий, третий вариант. «Кундюбки, милые мои, очень вкусные они, приезжайте, налетайте. В рот себе быстрее пихайте». Круто! Отлично! Идем дальше. Четвертое четверостишье. «Кундюбки очень хороши, съел и польза для души. Это блюдо просто класс, поедим его сейчас. Я вам желаю тогда приятного аппетита, если вы будете есть его прямо сейчас. Ну и также можете поесть его на Ахфесте 25 июня. Также, друзья, у нас есть звонок в студию по поводу киндер-сюрприза. Маруся запускала крутой розыгрыш. Вам нужно было догадаться, что же есть в киндер-яйце. Итак. Прошу прощения. По киндер-подарку. Что же находится в киндере, мы узнаем чуть позже. Но зато у нас есть звонок по лагерю. Итак. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Давайте знакомиться. Меня зовут Лена. Я из города Бийска. Отлично. С нами на связи город Бийск, Наукоград. Замечательно. Ну что, ваш вариант? Я бы хотела рассказать свою историю смешную. Свою смешную историю? Да, конечно. Мы вас слушаем. Которая у меня была в детстве в лагере. Однажды был совершенно обычный день. И мы ждали, что нас вожатый разбудит. Но нас разбудил не вожатый, а директор. А мы удивились, где же все вожатые, пошли их искать. Но нам сказали, что вожатые, они вдруг стали детьми, и теперь мы должны быть их вожатыми. То есть у вас был такой день наоборот? Да. Это было очень необычно, потому что вожатые стали настолько маленькими, что приходилось их кормить из ложки, учить их элементарным вещам. И я была вожатой учителем танцев. Этот день никогда не забуду. Это один из самых ярких дней в лагере. Ну, в целом, вам понравилось? Да. Это очень замечательно. Было очень весело.
немного поностальгировали, вспомнили историю из детства, историю из детского лагеря. Спасибо вам. Хочется вам похлопать, сказать спасибо еще раз. И сейчас вы в прямом эфире, вас смотрит весь Алтайский край. Я попрошу вас поздравить всех ребят с Днем защиты детей прямо сейчас. Я бы хотела поздравить всех детей, чтобы у них было детство счастливое, радостное. И как можно дольше они радовались, как дети, даже когда вырастали. Элементарным мелочам. Светит солнышко, идет дождик, это все прекрасно. Чтобы спасибо. Все были счастливы. Спасибо большое за ваше поздравление. Оставайтесь с нами. Ни в коем случае не бросайте, не убирайте телефон. Сейчас мы вам расскажем, что же нужно сделать и как можно будет забрать свой подарок. Друзья, мы продолжаем, и мне подсказывают, что у нас есть еще один звонок в студию. Чуть позже мы вернемся к этому звонку. Сорвался звонок. Ну, друзья, просим прощения, все-таки прямой эфир, прямая трансляция, и в подобном формате может быть все, что угодно. Ну, а мы переходим прямо сейчас к нашему следующему розыгрышу. Центр «Шаг за шагом». Но перед этим посмотрим ролик. Внимание на экран. То один звонит, то другой. Ребят, ну вы чё? Друзья, мы возвращаемся к нашему розыгрышу, и у меня уже есть подарок, который я готов презентовать вам прямо сейчас. Для всех любителей супергероев, я думаю, этот подарок будет более актуален для парней, да и хотя и девчонки тоже любят такое. Давайте посмотрим, что же это. Вау, это крутой игрушка-молот. Крутая игрушка-молот, но это не просто молот известного Тора, он еще и может стрелять. Представляете, это игрушка-молот-бластер. Сразу же несколько в одном. Прекрасно, друзья. И этот подарок достанется кому-то одному. И правила нашего следующего розыгрыша очень и очень простые, друзья. А этот конкурс называется «Стоп-кадр». Сейчас на экране появится картинка. Это стоп-кадр известного всеми мультфильма. Да, я думаю, что особенно родители уже догадались, что же это за мультфильм. Лично для меня этот мультфильм является одним из любимых мультиков. Я его всегда очень сильно любил, всегда пересматриваю. И, наверное, сегодня вечером этим тоже займусь, пересмотрю этот классный мультфильм. Так вот, друзья, позвоните мне в студию по телефону прямого эфира, который вы видите на нашем экране, по номеру 8-939-817-70-17. И назовите мультфильм и элемент, который мы закрыли. Всего два ответа. Первый — мультфильм. И второй — элемент, который закрыт и прячется под этим смайликом, таким веселым и позитивным. Сегодня только улыбка, друзья, только хорошее настроение. Ну а пока мы ждем звонок, пока вы думаете и вспоминаете эти мультфильмы, я еще раз, друзья мои, расскажу вам про акцию Центра «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес» ко Дню защиты детей запускает добрую акцию под хэштегом «Мой бизнес помогает». Есть дети, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке взрослых. Подарить им немного радости и создать волшебный мир может каждый из нас.
Центр «Мой бизнес» предлагает неравнодушным предпринимателям поддержать инициативу «Мой бизнес помогает» в масштабе всего Алтайского края и стать, друзья, настоящими волшебниками. Организовать для детей из нуждающихся семей поездку в интерактивный вау-музей в Белокурихе, который мы сегодня уже вам и показывали. О каждом таком добром волшебнике мы готовы рассказать на наших интернет-страницах. Ведь главная цель движения «Мой бизнес помогает» — это поддержка культуры благотворительности среди всех предпринимателей. Друзья, давайте объединим усилия и подарим сказку детям, которые в ней больше всего нуждаются. Узнать подробности и присоединиться к акции можно, обратившись в центр «Мой бизнес» по телефону 8 800 222 83 22. Итак, друзья мои, я по-прежнему жду вашего звонка в нашу студию и напомню правила нашего розыгрыша для того, чтобы получить, вот еще раз продемонстрирую вам, вот такой вот классный бластер-молот Тора. Вот так. Все, что нужно было сделать, это отгадать, какой мультфильм мы показали вам на картинке, и отгадать элемент, который мы спрятали. И мне подсказывают, что уже есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Альбина. Альбина. Правильно, Альбина? Правильно, правильно, да. Замечательно. Альбина, ну что, узнали ли вы, что это за мультфильм? Из нашего детства еще, «Тайна третьей планеты». Да, именно про него я и говорил. Блестящий, замечательный мультик под названием «Тайна третьей планеты», мой один из любимых мультфильмов. И вы молодец, с первым вопросом справились удачно. Идем дальше. Что было спрятано под смайликом? Или кто, может быть? Птица-говорун. Птица-говорун. Отличается умом и сообразительностью. И это, безусловно, верно, Альбина. Я вас поздравляю. И этот бластер, молот Тора ваш. Вы счастливы? Спасибо. Спасибо. Я бы, на самом деле, не знаю, до потолка бы, наверное, от радости прыгал, если бы вот такой подарок достался мне. Вы молодец, Альбина. Это очень здорово. Из какого вы города? Из Барнаула. Город Барнаул. Прекрасно. Сегодня у нас Барнаул в лидерах, и это здорово. Также с нами на связи был еще и Бийск. Я попрошу вас поздравить всех с этим классным днем. Сегодня День защиты детей, и вы в прямом эфире. Всем ребятишкам большой-большой привет с окончанием учебного года и 3 месяца отдыха. Всем и родителям тоже. Замечательно, хорошо, Альбина, оставайтесь с нами на связи, мы расскажем вам, как и при каких условиях сможете забрать ваш подарок. Ну, а я говорю вам спасибо, с праздником. Итак, друзья, мы продолжаем. Не так давно я напомнил вам про акцию под хэштегом «Мой бизнес помогает». И еще, конечно же, сегодня неоднократно расскажу вам самую актуальную информацию. Но мне кажется, пришло время продолжать и вновь перейти в нашу вторую студию. И вас ждет Маруся. Мы продолжаем.
Центр «Мой бизнес» сегодня объединил не только предпринимателей товаров и услуг в сфере детства, но и активных мамочек, которые с удовольствием делятся интересными фактами своей жизни, семьи, любимого дела или даже хобби. Так вот, в моей студии сегодня находится очень деятельная мамочка Наташа Терешина. Наташа Терешина имеет очень непростую профессию. Она ньюборн-фотограф. Наташ, привет! Поздравляю от всей души тебя с праздником. Ты тоже дважды мама. Открой секрет, как ты начала свою деятельность и почему именно ньюборн-фотография? Привет, Маруся, всех с праздником. Фотография оказалась абсолютно случайно. Я вообще работала в банке очень много лет и ушла оттуда в декрет с дочерью. И про фотографию не знала абсолютно ничего, от слова совсем. А потом, когда родилась моя дочь, у меня что-то переклинило к месяцу, что кто-то там что-то фотографирует малышей. Я начала искать фотографа, который мог бы поснимать. И каково оказалось мое удивление, когда фотограф мне сказал, что мы уже выросли из этого возраста благоприятного, и нам съемки отказали. И на тот момент я вообще не понимала, как может быть такое. И начала изучать, почему, что это за 14 дней, которые благоприятны для съемки. И меня очень затянуло. Я много читала, изучала, смотрела, понимала, что в городе на тот момент всего было два таких фотографа. И почему-то мне захотелось попробовать себя. Я начала искать, где бы обучиться этой сфере. Оказалось, это очень-очень-очень-очень непросто, потому что в городе Барнауле никто не обучает. Обучают онлайн, на тот момент тоже только-только развивалось. Либо ближайший город для обучения — Новосибирск. Раз в год кто-то из спикеров откуда-то из Украины или из Москвы приезжал, и можно было записаться. Ну и так получилось, что я решилась, несмотря на то, что обучение это очень дорогостоящее, и, конечно, мне было страшно все это начинать, вкладывать деньги, а вдруг не получится. Вот, я записалась на онлайн-мастер-класс, на онлайн-обучение, которое шло 2 месяца, и параллельно записалась на живой мастер-класс за год, получается, до его начала, заняла местечко, скажем так. Вот. Ну и после онлайн я нашла свою первую модельку, шла 2 дня, я просто не спала ночами, я безумно переживала, когда перед первой съемкой очень-очень сильно волновалась, не спала. Наташа, это того стоит. Да, да, да. Вот такие шикарные кадры, вот прости, перебиваю, я хочу сказать лично от себя, имея свой опыт и материнство, и 2 детей, что своего сына Адама лично я фотографировала у Наташи. Это на самом деле драгоценные кадры для меня, для моей семьи. Шикарная фотокнига, листаю и с таким трепетом вспоминаю то состояние. Вот на самом деле твоя профессия, вот знаешь, после роддома ты второй главный человек в семье молодых родителей. И это, безусловно, очень большой стресс. Вот сейчас ты можешь прямо в прямом эфире рассказать, что нужно делать, как перестать нервничать, как родителям доверить вообще своего крохотного малыша прийти к тебе в студию, где взять наряды, во что переодеть, одеть. В общем, интересно это. Ну, на самом деле, чаще всего, если родители настроены на съемку, мамочки не очень волнуются, да, они заранее записываются. Но есть, конечно, мамочки, которые переживают, особенно это с первым ребенком, по поводу нарядов и всего-всего, то, что вы видите у меня там в портфолио. Ничего готовить не нужно. Все, что нужно приготовить, это пара памперсов, пара пеленочек. Но я весь этот список присылаю перед съемочкой, что нужно принести с собой. Что касается семейных кадров, если мама хочет выглядеть хорошо, красиво на фотографиях, всегда можно пригласить визажиста в студию, который будет ее собирать перед тем, как мы будем снимать семейные кадры. И в момент, пока я работаю с малышом, мамочку будут собирать. Это очень удобно, многие этой услугой пользуются. Тревожиться абсолютно не стоит. У меня большой опыт работы с малышами. Я отсняла уже больше 500 новорожденных малышей. Действительно, действительно очень-очень классно и вызывает уровень доверия. В первую очередь того, что ты все-таки сама являешься мамой. Вот, Наташ, у тебя очень, знаешь, такая, с одной стороны, красивая профессия, нужная для каждой семьи, я считаю, да, профессия. И в то же время, наверное, она очень такая волшебная, сказочная, милая. И вот что все-таки в своей работе ты любишь больше всего?
Больше всего люблю, ну, скажем так, мне нравится, что я получаю удовольствие от своей деятельности, да, у меня нету такого, как было раньше, там, да, когда я вставала к 9 утра, ехала на работу, делала рутинную работу, здесь я творю, и для меня это, конечно, очень важно. Плюсом немаловажным является то, что я сама себе хозяйка, я сама себе строю время, mm-hmm. когда я могу работать, когда я могу отдыхать. Это очень важно, и на самом деле я бы сейчас не смогла работать в графике 5 на 2, потому что просто уже настолько мозг перестроенный, когда ты нужно в выходной поработаешь, когда нужно ты себе в будни устроишь выходной, то есть очень-очень здорово. Наташ, вот ты у нас являешься самым крупным фотографом Newborn фотосессии, у тебя своя фотостудия, вот сейчас по ту сторону экрана многие мамы, даже беременные, которые нас смотрят, хотят попасть себе к тебе на фотосессию. Вот вообще у тебя есть свободные места? Вот это реально? Ну, конечно, реально. Но я всегда прошу записываться по ПДР заранее, чтобы я планировала. Потому что я беру определенное количество малышей в месяц. Потому что в день я могу снимать только одного малыша, так как съемка очень непредсказуемая. То есть процесс съемочный – это не так, что вы пришли на час на съемку, и через час я вас отпустила, потому что у нас тут уже все время поджало. Да, извините, ребенок не спал всю съемку, я вас выгнала. Да? Нет, это, конечно, не так. Я работаю на результат, и съемка может длиться 2 часа, может длиться 4 часа. То есть вы не уйдете от меня без красивой картинки в любом случае. Поэтому нужно быть к этому готовым. Я всегда об этом рассказываю. Вот. И с учетом того, что я работаю в своей студии, мне не надо ни перед кем отчитываться, ни что бронировать. Мы работаем в моем комфортном для вас пространстве, которое рассчитано именно на деток до года и малышей новорожденных. Очень-очень здорово. Наташ, ну поделись секретом. Ты очень много работаешь. А как же ты отдыхаешь? Ой, отдыхать мы все любим. У нас есть дача семейная, да, мы летом стараемся жить за городом, дышать свежим воздухом. Ну и, конечно, вся наша семья обожает ездить в Горно-Алтайск, в горы, очень активный отдых любим. И всем советуем. Да, спасибо большое, потому что я как раз хочу вам рассказать о том, что сегодня в прямом эфире мы разыграем 20 тысяч рублей на базу отдыха «Наша поляна». База отдыха «Наша поляна» — это активный отдых на свежем воздухе, в экологически чистых домах с банькой на дровах, семейный отдых, свадьбы, банкеты, корпоративы, различные праздники и мероприятия, длительное проживание или краткосрочный отдых, каникулы или праздники вам обеспечены. «Наша поляна» — это отдых круглый год в 40 минутах езды от города Барнаула. Очень удобно. Подпишитесь на страничку «Наша поляна», следите за новостями и, конечно, приходите в гости. Наташ, я тебя от всей души поздравляю с Днем защиты детей, спасибо. Потому что все мы родом из детства, и ты, как мама двоих своих ребятишек, к этому причастна. Мы спасибо. Тебе дарим вот такие очень полезные, нужные подарки от центра «Мой бизнес». Здесь посмотришь, очень-очень полезные подарочки. Держи этот пакетик, спасибо. Достается тебе. Дальше. Всей твоей семье мы дарим вот такие билеты на музей «Вау! Сказа», который находится в городе Белокуриха. Ну и, конечно же, билетик на шикарный гастрономический фестиваль «Ахфест», который пройдет уже 25 июня. Держи. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, а мы вновь переключаемся на вторую студию. Егор, тебе слово. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу прямую трансляцию «Алтайский край. Территория детства». Просим прощения за небольшую техническую неполадку. Все хорошо, мы вновь с вами, и мы идем дальше. И пришло время, друзья, назвать имена победителей, тех, кто сегодня активничает на протяжении нашего всего прямого эфира. Это очень прекрасно. Поздравляю Константина из города Барнаула. Костя стал победителем и угадал, что же находится в киндер-сюрпризе. Костя, молодец. Не знаю, мне кажется, это победитель это битвы экстрасенсов, потому что угадать это было очень сложно. Мы сами не знали, что там, и Костя молодец. Также, друзья, подарок от Пугин. Да, мне вот предлагают прямо сейчас показать, а что же было в этом киндер-сюрпризе. Давайте посмотрим. Вот так. И Константин это угадал. Молодец. Итак, дальше. Подарок
от Пугин Свим забирают семья из города Бийска, Степан и Ульяна Резенковы. Вы молодцы, я вас поздравляю. Город Бийск сегодня тоже постепенно переходит в лидеры по правильным ответам, в лидеры по количеству подарков, которые мы вручаем в рамках этого праздника. Вы молодцы. Вот можем сейчас посмотреть на экран и вот таких вот русалок. Бийские русалки, друзья. Это, конечно же, Степан и Ульяна Резенковы. Ребята, вы крутые. Это было здорово. Спасибо. Ну что, а давайте сейчас обратим все свое внимание вновь на экран и посмотрим ролик. Плавание Данила Пугина. Обучение взрослых и детей плаванию с нуля. Работа спортивных и оздоровительных групп. Синхронное плавание для девочек. Желающим индивидуальные занятия. Чистая вода и ответственность за результат гарантированы. Летом спортивный оздоровительный лагерь в Горном Алтае. Телефон в Барнауле 54 42 35. Ведь именно для вас мы собрали множество предпринимателей на одном сайте. И сегодня у вас есть уникальная возможность приобрести услуги и товары в сфере детства с большими скидками. Ведь сегодня 1 июня. Сегодня День защиты детей. И вот такие вот подарочки для вашего ребенка вы сегодня сможете приобрести. Вы спросите, как же это сделать? Егор, как это сделать? Вот расскажи нам. А все очень просто. Сейчас я вам не просто расскажу, а еще и покажу. Итак, давайте перейдем на нашу платформу. Вот она на ваших экранах. Итак, перейдем к нашим участникам ярмарки детства. Давайте зайдем в образовательный центр «Имка Прайм». Отлично, перешли на страницу «Имка Прайм». Они предоставляют скидки до 50% на услуги образовательного центра «Имка Прайм». Здесь вы сможете подробнее познакомиться с этой компанией и выбрать для себя нужные, важные продукты и услуги. И самое главное, оставить заявку. Вот я хочу оставить заявку на путевку в языковой лагерь «Имка Прайм» в Горном Алтае. Это же всегда очень круто. Итак, по-прежнему, друзья, сайт перебрасывает вас на анкетирование. Да, это анкетирование и есть ваша заявка. Заполняйте фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, имейл. И выбираем определенную услугу для себя. Я хочу путевку в языковой лагерь. Нажимаем «Заказать», и ваша заявка автоматически попадает в общий реестр заявок. И с вами свяжутся специалисты «Имка Прайм», и, конечно же, более подробно и более детально расскажут все, что нужно делать в дальнейшем. Вот так вот, друзья. Ну а вообще, «Имка Прайм» — это 11 иностранных языков. Особым направлением деятельности являются языковые выездные лагерные смены для школьников. Летом 2022-го «Имка Прайм» приглашает укрепить здоровье и поднять иммунитет детей, получить массу положительных эмоций и впечатлений в кругу друзей на чистом воздухе в живописном уголке Горного Алтая по направлению к Телецкому озеру. Приобрести путевку со скидкой 50% можно, оставив заявку на платформе ярмаркадетства.рф. То, что мы с вами видели и делали 30 секунд назад. Подробнее о датах и условиях лагеря смотрите на официальном сайте, который вы видите на своих экранах. Ну что, друзья, мы продолжаем. И еще хотелось бы мне подарить какой-нибудь подарок. Вот, например, что у меня тут есть. Давайте посмотрим. Это настольная игра. Как? Ага, вот, вот так. Настольная игра «Коварный лис». Я думаю, многие хотя бы раз в нее играли, знают ее правила и так далее. Поэтому, ну, это на самом деле, друзья, не важно, а важно то, что нужно сделать для того, чтобы забрать эту настольную игру. Все просто. Я с удовольствием подарю ее тому, кто оригинально продолжит фразу. Итак, друзья, запоминайте фразу, ее, именно ее, нужно будет продолжить максимально оригинально. Итак, отдыхать на каникулах в языковом лагере «Имка Прайм» здорово, потому что, и ваш вариант. Еще раз напомню, отдыхать на каникулах в языковом лагере «Имка Прайм» здорово, потому что, и вот тут мы ждем ваши самые оригинальные, классные варианты. Ответы присылайте к нам на WhatsApp в течение 15 минут. Номер телефона 8-939-817-70-17. У вас есть 15 минут, друзья. Поехали.
Осталось совсем немного времени. Дамы и господа, уважаемые родители, уважаемые ребята, осталось совсем мало времени до финального розыгрыша главных подарков нашего онлайн-праздника. Но мы напоминаем, что платформа будет работать еще несколько дней. Она работает 1, 2 и 3 июня, где вы можете все эти дни совершать выгодные покупки и смотреть в записи наш эфир. Вот только подарки, к сожалению, выиграть вы уже не сможете, поэтому сегодня, друзья, еще есть такая возможность. Принимайте активное участие. Ну а мы продолжаем и познакомимся с Имко Прайм. Изучение иностранных языков способствует личностному росту. Чем больше языков знает человек, тем лучше он понимает традиции и культуры других стран. Мы разработали модель образовательного центра, который помогает решить любую задачу, связанную с иностранным языком. В этом нам помогает богатый опыт и практика наших зарубежных коллег. С 2018 года мы являемся частью международного движения YMCA, что позволяет нам следить за трендами, а также стажировать наших сотрудников за рубежом. Уже 5 лет наши воспитанники проходят обучение на летних курсах в Чехии и на Мальте. С 2009 года работает наш выездной языковой лагерь, где ребята общаются с носителями языка, представителями разных культур. А с недавних пор мы запустили городской и семейный форматы лагеря. Теперь родителям не надо волноваться о том, чем занять детей в выходные или на каникулах. Пандемия в краткие сроки показала, как работать в условиях ограничения передвижений. И мы используем этот опыт для усиления наших программ онлайн-обучения. Мы постоянно развиваемся и стремимся сделать изучение иностранных языков более эффективным. Имко Прайм и Йогасу. Bienvenue à YMCA Prime. Welcome to YMCA Prime. Добро пожаловать в Имко Прайм! Дорогие друзья, мы продолжаем. Именно сейчас мы поговорим с вами про образование. Как много споров, трендов, всевозможных нововведений, все, что касается обучения и образования наших детей. Просто голова идет кругом, и действительно очень сложно разобраться в этом многообразии. Именно поэтому мы пригласили в нашу студию Анну Паутову. Это руководитель образовательного кластера с услугами от беременности до окончания ребенком школы. При всем при этом Анна сама мама, кстати, четверых сыновей. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, здравствуйте. От всей души поздравляю вас с Днем защиты детей, потому что это праздник каждой мамы, каждого родителя. Вы, безусловно, большая молодец, не только как мама, но и как руководитель такого интересного направления. Вот скажите, пожалуйста, почему вы связали свою жизнь именно с услугами образования? Во-первых, я по профессии педагог. Во-вторых, родился сын, и меня, как и многих-многих мамочек, которые открывают свое дело в этой сфере, именно появление малыша и решение каких-то вопросов для него сподвигло на создание сначала очень маленького детского центра, а потом все больше и больше мы прирастаем. Так закрутилось и завертелось. Вот скажите, пожалуйста, ваш опыт более 20 лет. С чего все-таки все началось? Ну, собственно, я уже сказала, началось с того, что я искала для своего старшего сына какие-то развивашки для малыша. Не нашла их на тот момент в Барнауле. Ну и вот... Решила открыть свое. Почему бы и не да? Очень-очень здорово. А вот расскажите, Анна, какое сейчас современное образование? Вот что это? Вы знаете, современное образование — это прежде всего вариативность. Очень много вариантов, очень много выборов, очень много радостей и сложностей и для детей, и для родителей. Ну, влекут, да, за собой эти выборы и это многообразие вариантов. Поэтому прежде всего, конечно, если одним словом характеризовать, то это, да, действительно вариативность, возможность выбрать для своего ребенка тот или иной путь, тот или иной подход, то или иное учебное заведение. Очень интересно, согласна с этим. А вот еще подскажите, как вот в современном мире правильно, лояльно и, наверное, как-то легко привить любовь к учебе у ребенка?
вы знаете, любая учебная, да и вообще любая деятельность в жизни человека, которая, ну, необходима в таком длительном периоде, да, когда не короткий забег, а вот долго надо, учиться же долго, она возможна и радостна только когда есть настроение, только когда есть желание, только когда человек, извините, в нашем случае ребенок, прежде всего мотивирован. Согласна, согласна. Вот я думаю, что еще такие моменты, они, наверное, все-таки идут чаще из семьи, да, как показывая примера своего, правильно? Да, конечно. Извините. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, это моя любимая поговорка. И, безусловно, мы уделяем этому очень много внимания. Если дома радуются успехам малыша, поддерживают его с самых ранних лет, интересуются его достижениями, предлагают ему разные варианты, то тогда, конечно, у ребенка интерес к учебе, получению образования дальнейшего, он будет устойчивым, и результат будет радовать и родителей, и самого ребенка. Согласна. Вот сейчас есть очень такой вот быстро развивающийся тренд семейного образования. Вот скажите лично вы свое мнение на этот счет. Вы знаете, я с возрастом утрачиваю категоричность суждений. Я наблюдаю много ребятишек с результатами семейного образования или в процессе семейного образования. И у меня нет однозначного мнения о том, хорошо это или плохо. На самом деле в вопросах организации, получения ребенком семейного образования все очень зависит от родителя и все очень зависит от личности ребенка. Если у него достаточно самостоятельности, если у него сформированная учебная, мотивационная вот эта вся часть, то, конечно, ребенок может вполне успешно получать образование в семейной форме и добирать общение, так называемое, да, то о чем говорят противники семейного образования, да, что у ребенка там социализация нарушается, может добирать это в большом многообразии секций и кружков дополнительного образования. Но далеко не все родители готовы к такому объему, да, прежде всего, к объему ответственности, который на них ложится. Да. Далеко не все родители могут уделять этому достаточно времени. И поэтому здесь есть как хорошие, достойные, очень интересные примеры, да, организации вот такого пути получения образования ребенком, так и, к сожалению, не очень удачные. Поэтому здесь, безусловно, мы идем не за страхами и интересами родителей, а за потребностями, возможностями и интересами ребенка, прежде всего принимая решение о той или иной форме образования. Согласна. Ну и последний, Анна, вопрос вам, как маме. Вот как вы все успеваете? Как вы это делаете, идеальные женщины? Потому что сейчас мамы по ту сторону экрана смотрят, слушают вас и не верят, что можно с четырьмя детьми заниматься бизнесом, да, иметь несколько направлений, еще и так прекрасно выглядеть. Я сейчас вам открою самую страшную тайну на земле. Я ничего не успеваю. Я научилась ставить приоритеты и не париться обо всем остальном. Золотые слова. Согласна. Поддерживаю вас, Анна. От всей души поздравляем вас с праздником. У нас для вас есть, безусловно, очень полезные, нужные подарки. Это вот такая вот сумочка-шоппер от центра «Мой бизнес». Держите. Здесь очень много всего полезного и интересного. Надеемся, вам понравится. Спасибо огромное. С праздником вас. Спасибо. Днем защиты наших любимых детей. Также есть билетики в музей «Вау», музей сказок, который находится в городе Белокуриха. Держите это вам. Ну и билет на гастрономический фестиваль «Ахфест», который пройдет уже 25 июня. Держите спасибо это большое. Вам. Анна, спасибо большое, что были с нами. Ну а мы, внимание на экран.
Ну что ж, друзья, в продолжении темы образования делюсь с вами очень полезным контактом. Центр детских инноваций Next – это пространство, в котором дети в среде единомышленников развивают свое мышление, логику, воображение, коммуникативные качества. Центр проводит занятия для детей и подростков по конструированию роботов и программированию, видеоблогингу. Также для детей 6-7 лет открыта подготовка к школе, курсы обучения чтению и каллиграфии. В период каникул для детей хобби-клуб «Городские каникулы». Детей ждут незабываемые эмоции, новые друзья. Тренинги, квесты, блогинг, модная хореография, актерское мастерство, экскурсии, игротехника, творчество и научные эксперименты. Если вы прямо сейчас угадаете, что будет зашифровано в наших картинках, которые появятся на экране, тот из вас получит очень классный и, самое главное, полезный подарок от школы Центра инноваций Next. Вот такая игра, называется она «Архипелаг». Вот. Вот такая вот игра у меня в руках. Итак, расскажу правила игры. Вот смотрите, сейчас пример появился у нас на экране. Это вот такая вот замечательная картинка. Здесь спрятана шаурма, в которой внутри завернута муха. Это вот такой интересный смешной ребус. И слово получилось «шаурмуха». Так, это один пример. Итак, второй пример. Смотрите, это медведь, который зашел в дверь. И получилось слово «медверь». Ну и третий пример. Это значит гуля и курага. И вот такая ядерная смесь, и получилось смешное слово курагуля. Итак, правила игры, я думаю, вам всем понятны. Сейчас на экране появятся зашифрованные картинки. Смотрите, картинка номер один – это слон и какой-то горящий круг. Картинка номер два – часы и кролик. И картинка номер три – это сова и кроссовки. Свои правильные варианты ответов присылайте, пожалуйста, по номеру телефона, указанного на экране. Обязательно под номерами 1, 2, 3. Кто первый угадает смешные зашифрованные слова на экране, тот, собственно говоря, и получит вот этот прекрасный, интересный набор, который называется «Архипелаг. Захватывающая пиратская стратегия». Дорогие друзья, вам удачи. Ну а сейчас слово предоставляю Егору. Да, спасибо. Мы продолжаем, друзья. И пришло время подвести итоги розыгрыша от МК Прайм. Вам, друзья, нужно было продолжить фразу. Фраза максимально простая. Давайте я ее напомню. Отдыхать на каникулах в языковом лагере МК Прайм здорово, потому что... И сейчас зачитаю выигрышный ответ, скажем так. Итак, победителем становится... Барабанная дробь. Победителем становится Варя Петрова из села Березовка. Варя у нас победитель от Имка Прайм, и Варя забирает классную игру «Хитрый коварный лис». Замечательно. Итак, все-таки давайте теперь узнаем фразу. Почему же очень здорово отдыхать в лагере Имка Прайм? Потому что там всегда весело, интересно и познавательно. А еще Варя говорит, что их отпустили родители, поэтому ура! Ура, ура, еще раз ура, Варя, ты молодец, мы тебя поздравляем, и ты забираешь свой подарок. Расскажем чуть позже тебе, как это сделать. Ну, а я, друзья мои, продолжаю. Семья – это дом, а хороший дом – это крепкая и счастливая семья. Купить или продать недвижимость, практически не выходя из квартиры, и по лучшей цене оформить ипотеку по ставке от 1,01% годовых на весь срок кредита, быть уверенным, что выбрали самый лучший объект для покупки, что объект будет сдан, знать все плюсы и минусы любого застройщика. На эти и многие другие вопросы вам ответит семейный оператор недвижимости. Наш друг, наш партнер. Ну а сейчас, друзья, пришло время разыграть крутейший гироскутер, поэтому берите в руки прямо сейчас свои мобильные телефоны, забивайте наш номер, чтобы как можно скорее дозвониться в эфир. Мы начинаем розыгрыш гироскутера. Друзья, в каком же формате, спросите вы, что же нужно будет делать? А все очень и очень просто. Мы проводили опрос среди жителей города
на тему. Какой вопрос на рынке недвижимости сейчас самый актуальный? Да? И нам поступали различные ответы. На самом деле респонденты отвечали по-разному. Кто-то говорил по этому, кто-то говорил вот по вот этому формату, да? Кто-то отвечал на вопрос так, кто-то по-другому. И сейчас я предлагаю обратить все свое внимание на экран, и вы, друзья, узнаете всеми известную и всеми любимую игру «100 к 1». Именно в таком формате мы с вами и разыграем гироскутер. Еще раз напомню, что мы проводили опрос, задавали всего лишь один вопрос нашим респондентам. Какой вопрос на рынке недвижимости сейчас самый актуальный? Ваша задача, друзья, угадать самый редкий вариант ответа, который мы откроем на нашем табло под строчкой номер 6. Ваша задача угадать именно его, самый редкий вариант ответа. Узнаем, какое количество респондентов ответило именно так, и, конечно же, вручим гироскутер тому человеку, кто угадает шестую строчку на табло. Друзья, у вас нет права на ошибку. Первый промах, и ход переходит сразу же к следующему человеку, который дозвонится к нам. Но, может быть, вы угадаете и все шесть вариантов, это будет очень здорово. А может быть, вы угадаете третью, четвертую, вторую, например, строчку, и больше не угадаете ни одного ответа, то, соответственно, в таком случае мы перейдем к следующему дозвонившемуся в наш прямой эфир. Итак, друзья, у нас есть звонки. Это очень замечательно. И первый игрок, который дозвонился к нам в прямой эфир, сейчас мы с ним пообщаемся, но пока, друзья, у вас есть возможность немного подумать. И вот как бы вы ответили на этот вопрос? Какой вопрос на рынке недвижимости сейчас самый актуальный? Итак, жду. Алло. Жду человека, который дозвонится к нам в эфир. Почему-то я его не слышу. Очень и очень надеюсь, что сейчас получится пообщаться с нашим гостем. Алло. С гостем, который дозвонился к нам. Дорогие друзья, алло. А пока что предлагаю вновь немного подумать. Алло. Итак, дорогие друзья, прошу прощения, небольшие технические моменты. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Все, я приношу свои извинения. Теперь я вас слышу, и вы дозвонились к нам первым. Ну что, правила знаете? Правила понятны? Да, да. Отлично. Итак, какой вопрос на рынке недвижимости сейчас самый актуальный? Как вы считаете? Самый актуальный, не знаю, я сейчас сам... Я прошу прощения, напомню вам, что ваша задача угадать ответ на шестой строчке. Угу. Итак, ну просто давайте называть варианты. Варианты какие? Про, наверное, цену. Итак, вариант, какая цена, правильно? Вариант, Это очень часто, я думаю, что вопросы такие. И я вам могу сказать точно, что это самый популярный ответ. Он находится у нас на первой строчке. Обратите внимание. Вопрос про цену. Что с ценой? Когда снижение? И так далее. И на этот именно так ответили 39 наших респондентов. Еще варианты? Наверное, мало кто интересуется. Вложения, наверное, какие-то в недвижимость. Еще раз, вложение в недвижимость, вложение в жилье. То есть вы имеете в виду инвестиции в жилье. Да. Я вас правильно понял, инвестиции в жилье. А как вас зовут, подскажите, пожалуйста. Как еще раз? Что? Как вас зовут, ваше имя? Женя. Евгений. Евгений, из какого города вы звоните к нам? Из Барнаула. Евгений из города Барнаула. Жень, я вас
Действительно, поздравляю. А вот прямо сейчас посмотрите на экран. Про инвестиции в жилье это действительно самый-самый-самый редкий вариант. И я хочу вас, Жень, поздравить. Я правда не думал, что все будет настолько быстро. Евгений, это круто. Так же, как и вы, ответили всего лишь 5 человек, представляете? Это очень замечательно. Я вас поздравляю, гироскутер ваш. Евгений, вы умеете кататься на гироскутере? Сейчас, подождите, у меня ключи сразу. Алло, Евгений. Алло, алло, да, слушаю. Евгений, а вы умеете кататься на гироскутере? Вопрос такой к вам. Умею, да, конечно, умею. Я сыну, наверное, подарю. Будете дарить его сыну. Ну, слушайте, ну здорово, вот так вот 1 июня, в День защиты детей, ответить правильно на вопрос. Да, это очень круто. Да, и получить спасибо гироскутер. Большое. Давайте посмотрим, какие еще позиции, какие еще вопросы про рынок недвижимости задают люди на улице. Итак, на 5-й строчке про реализацию материнского капитала. Ровно 9 респондентов ответили так. 4-я строчка, друзья, про продажу квартиры. Именно так ответили 11 респондентов. 3-я строчка про покупку собственного дома. Даже и такие варианты были. 15 человек. И 2-я строчка про ипотеку, условия и процентная ставка. Так ответили 21 респондент. Евгений, но это все не важно. Важно все что? Важно, что вы победите. Вы угадали 6-ю строчку про инвестиции в жилье. Можно сказать, даже дословно ответили все правильно. Я хочу вам похлопать. Оставайтесь сейчас на связи. Мы расскажем, как же, где и как можно спасибо забрать большое. Свой гироскутер. Спасибо. Спасибо вам, Евгений. Спасибо. Да, друзья, вот так, в таком формате мы и разыграли гироскутер. С помощью всеми известной любимой игры «Сто к одному» Евгений из Барнаула стал победителем. Угадал 6-ю строчку. Ну а мы, друзья, прямо сейчас продолжаем. Внимание на экран. Самое ценное, что из жизни каждого человека – это семья. С часами. А семья всегда начинается с дома. Мы – семейный оператор недвижимости. Помогаем людям обрести свой дом. Благодаря 20-летнему опыту работы и индивидуальному подходу к каждому обратившемуся, доскональной проработке каждой сделки, мы заслужили доверие и уважение клиентов, которые не только обращаются к нам снова и снова, но и рекомендуют нас своим друзьям и знакомым как самое надежное агентство. И вновь с вами я в руках держу вот такие умные смарт-часы. Вы знаете, наша жизнь стала действительно очень умной. У нас с вами есть умный дом, умные часы, умный компьютер, умная вся бытовая техника. Я даже немножко завидую нашим детям, которые живут сейчас в век технологий, современности, где все действительно очень умное. А вы знаете, что есть даже умная продленка? Дорогие родители, это просто находка и счастье для каждого из нас с вами. Все потому, что, искренне считаю, умная продленка – это находка для родителей, потому что в силу своих обстоятельств родители не могут много времени, особенно летом, проводить с детьми, но хотят их развивать и, конечно же, развлекать. Так вот, языковая студия Smart – это, кстати, лицензированная языковая студия, которая ведет набор детей на следующий учебный год. Ведет обучение английскому и китайскому языкам с применением передовых смарт, внимание, технологий. Это, кстати, очень-очень полезно, модно и современно. Также в этой школе можно обучиться китайскому языку. И, кстати, дорогие друзья, китайскому языку можно научиться и обучиться с вами прямо сейчас. Я хочу разыграть вот эти классные смарт-часы. Все это время смотрела за кулисами на них, даже хотела примерить, потому что действительно полезный, умный подарок. Задача, кстати, будет непростой. Сейчас ваша задача позвонить по нашему номеру телефона, указанному на экране, и, внимание, сказать фразу «С праздником всех детей». Запомнили эту фразу? Все запомнили?
на китайском языке. Кто первый позвонит и правильно скажет эту фразу на китайском языке, я, кстати, эту фразу уже выучила, у меня было время подготовиться за кулисами, тот и получит подарок вот эти классные, умные смарт-часы. Ну что ж, 3, 2, 1, а мы уже принимаем ваши звоночки. Фразу уже выучила, у меня было время подготовиться за кулисами, тот и получит подарок вот эти классные, умные смарт-часы. Итак, есть звонок? Есть звоночек. Алло, алло. Здравствуйте. 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 Слушаю вас. Меня зовут Владимир. Сколько вам лет? Мы сидим тут. Мне 13. Угу. Так, ну что, давайте, говорите ту самую коронную фразу на китайском языке с праздником всех детей. Владимир. Извините, проблема со связью. Проблема со связью? Алло, алло, алло. Да, все, вроде как получше. Получше. Так, Владимир, ну что ж, мы в прямом эфире, вас слушаем, подождите секундочку, слушаем в прямом эфире. Итак, фраза на китайском языке с праздником всех детей. Жу сяо хай зи джерри ка куай ле. Это точно китайский? Я пытался. Вы знаете, с испанским акцентом, а вы изучаете китайский язык, да? Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Владимир, ну что ж, большое спасибо вам за смелость, спасибо большое за вашу продвинутость, потому что эти часы достаются вам. Держите, честно говоря, классный, полезный подарок. Пожалуйста, не отключайтесь, наши операторы с вами свяжутся. Каким становится ребенок, изучающий иностранные языки? Successful. Modern. Agile. Responsible. Talented. Smart. Умная языковая студия. Город Барнаул, Павловский тракт 68А, smartstudio22.ru. Друзья, мы идем дальше, мы продолжаем. Впереди нас ждет финальный розыгрыш, но перед этим я хочу с огромным удовольствием объявить победителя от центра Next. Победителем становится Мирослава из города Барнаула. Классно. Я говорю большое спасибо Мирославе. Дарю аплодисменты. Мирослава молодец. Все сделала правильно. Итак, картинка под номером 1 – слонце. Правильно. Картинка под номером 2 – кроликсы. И картинка под номером 3 – кроссовушки. Вот так вот. Идеальные варианты в рамках этих ребусов. Круто. Спасибо большое. Мирослава из города Барнаула ответила первая и выигрывает подарок от центра Next. Ну что, а мы переходим, дамы и господа, к финальному розыгрышу. Знаете, я и не понял, как настолько быстро пролетело время, но мы уже разыгрываем главные подарки. Итак, как мы это будем делать? Я расскажу. Советую вам сесть поудобней, подготовиться и ждать. Возможно, фортуна, удача на вашей стороне, и именно вы станете обладателем наших главных подарков. Итак, друзья, прямо сейчас мы разыграем детский день рождения, велосипед и семейный отдых. В прямом эфире мы выгрузим всех, кто сегодня сделал заявки на покупки на нашей платформе ярмаркадетства.рф. Каждому автоматически присваивается порядковый номер. И на ваших глазах с помощью генератора случайных чисел мы выберем победителей. Итак, для начала, друзья, я предлагаю разыграть детский день рождения. Первый приз
День рождения от партнера территории детских праздников «Сказка Холл». Давайте посмотрим всех участников, кто совершал сегодня покупку на платформе ярмаркадетства.рф, кто оставлял заявку. Мы автоматически присвоили каждому порядковый номер. И вот вся эта таблица прямо сейчас на вашем экране. И я с огромным удовольствием показываю вам всех наших участников. Давайте долистаем ее в самый конец. Уже на данный момент за буквально 2,5 часа было оставлено ровно 330 заявок, друзья. Вот, можете обратить внимание, все честно, 330 заявок. Это последняя заявка. Она также транслируется на вашем экране. Итак, заходим в генератор случайных чисел. Посмотрим его на экране. Итак, диапазон от 1 до 330. Давайте еще раз удостоверимся, что именно 330 участников принимают участие в нашем розыгрыше, что именно 330 заявок было оставлено. Давайте проверим прямо сейчас. Я бы предложил вновь, друзья, перейти на нашу таблицу. И удостоверимся еще раз в точном списке. Да, друзья, на ваших экранах, обратите внимание, левый нижний угол, 330 заявок. Все верно, проверили. А теперь, друзья, через 1 секунду, через 3 секунды, вы узнаете имя победителя. Я перехожу в генератор случайных чисел прямо сейчас. Он на вашем экране. Число от 1 до 330. И счастливое число победителя — 3. Номер 3. Под номером 3, дорогие друзья, давайте смотреть, кто же у нас становится победителем. Я поздравляю, друзья мои, Оксану и именно Оксана становится победителем и получает детский день рождения от наших партнеров территории детских праздников «Сказка Холл». Обязательно с Оксаной мы свяжемся чуть-чуть позже. И хочу подарить аплодисменты нашему победителю. Это круто! Ура, друзья! Оксана, я вас поздравляю! Именно вот этот сертификат, вот так, да, именно вот этот, друзья мои, сертификат на 5000 рублей на организацию детского дня рождения достается именно вам. Ну а я расскажу вам про наших партнеров. Итак, территория детских праздников «Сказка Холл» — это детская игровая комната, которая находится на улице Взлетная, 46, в городе Барнауле. Детское праздничное агентство с опытом работы уже более 10 лет. Это кибертон-шоу, трансформеры, самые большие в Барнауле и самые настоящие. Это различные мероприятия, квесты, мастер-классы, вечеринки и дни рождения. Это самые классные шоу. Химия, серебро, Тесла, крио-шоу. Всех даже, если честно, не перечислишь, их очень и очень много. Это, друзья, корпорация праздников Анастасии Баженовой. В их арсенале более 350 костюмов. И я поздравляю Оксану с этим подарком, с этой победой. Семейный день рождения ваш. Ну, а я иду дальше. Впереди, друзья, нас ждет розыгрыш крутого велосипеда. И я бы предложил посмотреть сейчас на экране вот этот велосипед, который достанется кому-либо из вас. На самом деле я не знаю, кто это будет, потому что, ну, угадать из 330 участников очень-очень сложно. Но мне в этом поможет генератор случайных чисел, и мы уже знаем, что всего 330 заявок. И мы переходим вновь к генератору случайных чисел, друзья. Буквально в один клик решается судьба этого велосипеда, кому же он достанется. И счастливый номер победителя — 185. Номер 185. Предлагаю прямо сейчас вновь перейти к нашей таблице. Вот она на вашем экране. И все по-честному ищем номер 185. Друзья, обратите внимание, под номером 185 не заполненные данные. Есть
скажем так, была оставлена неправильно заявка на сайте, и мы вынуждены переиграть и выбрать другой порядковый номер. Итак, вновь переходим к генератору случайных чисел. Номер 185, к сожалению, к нам не подходит. И номер 197. Я почему-то уверен, что победитель под номером 197 заберет свой подарочек. Друзья, ну сегодня вам действительно везет. Знаете почему? Потому что под номером 197 это тестовая заявка, которую сегодня мы проверяли, готовясь к этому эфиру. Поэтому вновь мы выбираем следующее, новое число. Вот сейчас точно все получится. Я почему-то уверен. Итак, друзья, велосипед достается человеку под номером 272. Номер 272. Итак, переходим к нашей чудо-таблице с вашими заявками. Ищем номер 272. Я его пролистнул, к сожалению. И вновь, друзья, вновь обратите внимание, почему-то незаполненная заявка до конца. Ох, друзья, ну нам нужно будет с этим явно что-то делать. Поэтому не забывайте заполнять и оставлять заявки верные и правильные, полностью заполненные. Чтобы мы знали ваше имя, чтобы мы знали ваш номер телефона и могли с вами связаться. Вот велосипед достается все-таки человеку под номером 308. Сейчас вы это увидели на своем экране. Ну, а я вновь обращусь к нашей таблице. Итак, номер, друзья мои, номер 308, и он... Секунду. Также, друзья, незаполненный номер. Вот давайте вновь перейдем в генератор случайных чисел. Не знаю, почему происходит именно так, но просто удача на вашей стороне, друзья. И это вот такой небольшой урок для тех, кто оставил заявки, но их не заполнил. Нужно обязательно исполнить все условия нашей акции для того, чтобы выиграть подарки. И я напоминаю, что мы разыгрываем прямо сейчас велосипед. Итак, счастливый номер 169. Номер 169. Переходим сейчас к нашей таблице. Ищем номер 169. Ну, наконец-то, друзья, наконец-то! Я поздравляю победителя. Им становится Юлия Юрьевна Рогова. Юлия, я вас поздравляю. Это очень прекрасно. Спасибо вам. И вы забираете вот именно этот велосипед. Круто. Аплодисменты. Аплодисменты Юлии. Юль, мы с вами обязательно свяжемся буквально после нашей трансляции. Ну что, это еще не все. Велосипед от долины семейного отдыха Алтайское Холмогорье мы разыграли прямо сейчас. Ну а теперь мы разыграем, друзья мои, наш финальный приз. 20 тысяч рублей на семейный уикенд на базу отдыха «Наша поляна». Вот так вот на вашем экране ваш подарочный сертификат. Отдых на 20 тысяч рублей в «Нашу поляну» для всей семьи. Правила точно такие же. Ровно 330 заявок было оставлено сегодня на протяжении этих трех часов. Ровно 330. И я предлагаю вновь перейти к генератору случайных чисел для того, чтобы выбрать число победителя. Кто же у нас станет счастливчиком и выиграет путевку на 20 тысяч рублей на базу отдыха «Наша поляна». Номер 16, друзья мои. Номер 16. Давайте перейдем к нашей таблице и посмотрим, как же зовут человека, оставившего заявку под номером 16. Да, друзья, я его уже нашел. Победителем становится Ушакова Мария Александровна. И я вас, Мария Александровна, поздравляю. Вы забираете этот крутой подарок номиналом 20 тысяч рублей на отдых для всей семьи на базу отдыха «Наша поляна». Круто! Круто, друзья, мы разыграли все самые главные призы и подарки. Я сегодня еще очень много раз буду вас поздравлять и делаю это прямо сейчас. Поздравляю всех победителей, поздравляю наших юных зрителей, всех детей с этим праздником. Ведь сегодня день защиты детей. Ура! С
праздником! Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки, девчонки, мальчишки, спасибо вам большое за то, что были с нами. Все это время смотрели, участвовали, получали призы, а мы с Егором делились своим настроением, праздником и счастьем. От всей души, с Днем защиты детей! Друзья, мы еще раз говорим вам огромное спасибо. Спасибо всем тем, кто сделал это событие прекрасным. Это, конечно же, всем участникам, всем победителям. И говорим спасибо нашим организаторам и нашим, конечно же, большим друзьям. А именно, Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Мы благодарим Центр «Мой бизнес». «Мой бизнес» — это единая площадка, объединяющая предпринимателей и тех, кто еще только планирует начать свой бизнес. Это территория развития и вдохновения для каждого неравнодушного и деятельного. Двери центра открыты абсолютно каждому. Именно здесь, друзья, вы найдете набор услуг и инструментов, которые делают жизнь бизнеса легче. Центр «Мой бизнес» — успешный бизнес, ваше призвание, наша поддержка. Также мы говорим спасибо Долине семейного отдыха «Алтайская Холмогорья», которая ждет вас 25 июня на самый вкусный гастрономический фестиваль «Ахфест». Мы благодарим семейного оператора недвижимости за то, что сложное делаете простым, исполняете мечты семей, помогаете людям приобрести и продать недвижимость без головной боли, без лишней траты времени, переживаний и стресса. Также, друзья, мы говорим спасибо базе отдыха «Наша Поляна» за шикарный подарок для победителей. Это отдых для всей семьи на сумму 20 тысяч рублей. Ну что, смотри, сколько у нас много классных друзей, организаторов. И мы говорим спасибо и вам благодарим, друзья. Спасибо от всей души. Дорогие друзья, с Днем защиты детей, шикарного лета, жаркого настроения, вкусного мороженого. И пускай ваши все мечты сбываются. Пускай мамы и папы вас балуют, радуют и дарят праздник. А мы от всей души кричим 3-4. Поздравляем! Поздравляем! Ура! Праздник вас! С Днем защиты детей! Ну а прямо сейчас все как всегда, уже по сложившейся традиции. Третий год мы радуем вас вот такой онлайн-ярмаркой. И снова, как всегда, уже третий год бумажка попадает в рот! Да, друзья, давайте обратим внимание на всю команду, которая сегодня и на буквально долгой подготовке к этому эфиру радовала вас. Чтобы все это получилось, работает большая команда профессионалов. И мы, в свою очередь, Марусей благодарим каждого из вас. Будьте счастливы, друзья. Встретимся в следующем году. Вновь подарим вам очень много подарков. Ну а вы, уважаемые ребята, которые смотрят нас по-прежнему, поздравляем вас с Днем защиты детей. Но вы родители, дорогие наши родители, любите своих детишек и балуйте их. Сегодня можно все. Берегите себя и своих близких. Пока-пока! Пока! Давайте снова опять бумажка попала. Третий год подряд уже.